Откроем сегодня говорить с вами. Сами? Я никак не могу понять свою миссию. Мне нужно все время забивать пространство собой или сюда еду. Давать возможности. То есть, по идее, обучение, так сказать, вот то, чем предполагается в большей степени диалога в режиме. Так или нет? Да, предполагает. Но как это, да. Получается. Человек предполагает, а Бог располагает. Ну вот у нас аудитория располагается иногда к тому, чтобы говорить. Иногда почему-то молчит. Надо какую-то провокацию устроить, Карина. Ну, тема благодатная такая. Ну, да, начнем, да, уже? Да, я уже. А, мы же уже записываем, да. Кажется. Такая. Хорошо, я рада всех видеть в очередной раз. Тема у нас меланхолия. Мы по-прежнему говорим об объекте. Да, объект это такая тревожная тема вообще, в принципе, психоанализа. Да, мы говорили в прошлый раз о возможном забвении объекта, да, и тех следствиях. Вот в культуре, если забывается вот этот тревожный статус объекта, как бы что, ну, что, что, ну, по меньшей мере мы утверждали, что ну, это не есть хорошо, там, да, и психоанализ это та дисциплина, которая как бы все-таки ставит вопрос об объекте вновь и вновь. Вот. И говорили мы об объекте в основном в контексте сублимации, да, что с этим объектом происходит вот, в сублимационном режиме, каковы двусмысленные такие характеристики сублимации, что сублимация не так все просто с ней, да, не очевидно, что это исключительно такая возгонка и абстрагирование, да, вот каких-то таких вещей, связанных с телесностью, сексуальностью, да, в общем, они объект и объектные отношения никуда не уходят, да, то есть они как-то переосмысливаются в рамках сублимации. Ну и как бы еще одна рамка, да, еще как бы такая, в виде матрешки все это дело рассматривать. Это еще и этика, этическая заостренность психоанализа, да, этика психоанализа, в чем она состоит, как бы, что значит, да, как бы, что значит отказаться от этики блага, да, и что мы можем поставить на место блага, ну или в принципе какую другую конфигурацию можем предложить, если мы не одержимы благом тем или иным, исторически меняющимся, да, если мы переописываем этическое изменение. Вот, это я напомнила, да, сегодня мы опять же будем говорить об объекте, но уже в контексте такого меланхолического жеста, что ли, да, или меланхолической конфигурации субъекта, да, то есть мы можем представить, ну, по меньшей мере сейчас говорят психоаналитики, такие клиницисты говорят о возможной такой четвертой конфигурации субъекта меланхолической, если исходить из того, что есть три других – невротическая, психотическая и перверсивная организация субъекта. То есть меланхолическая, она как бы сюда не очень вписывается в этот ряд, имеет свою специфику. Есть довольно интересные попытки прописать меланхолию, как она встраивается во все вот эти три предыдущие. Там, да? Вот. Ну, как бы открывается определенное поле возможностей. Ну, вот меня в свое время меланхолия заинтересовала как вот эта структура, субъективная структура, которая может что-то сказать еще и в области социальной аналитики, да, пересмотреть, как мы можем пересмотреть общественную конфигурацию, да, или социальную онтологию с включением в нее понятия такого меланхолийного субъекта, да, или режима меланхолии, психического режима, который открывает Фрейд. Да, то есть Фрейд, конечно, говорит исключительно о психике. Хорошо, я предлагаю для начала все-таки воспроизвести логику Фрейда. Да? То есть это, ну, мне кажется, не так сложно, и в этом смысле я на вас в большей степени рассчитываю. А переход уже к социальному измерению, к этой проблематике, что раскрывается в области социальной аналитики с помощью феномена и понятия меланхолии, это я уже возьму в большей степени, может быть, не себя. То есть помните там, в связке печаль и меланхолия идет, да? Или скорбь и меланхолия иногда еще переводят. Ну вот удалось разобраться, чем эти режимы, психические режимы отличаются, да? как задействуется печаль вот, в отношении к объекту и как задействуется меланхолия. То есть там Фрейд для начала он воспроизводит
ну, общую канву, да, то есть он скорее показывает, что печаль и меланхолия до какого-то момента идут одним лицом, по сути, да, ну, с одними тем же, с одной и той же проблемой, да, имеем дело. С какой? Ну, что вам вообще удалось понять? С утратой. С утратой. С утратой значимого объекта. То есть в печали, в скорби объект получается, но есть какое-то сожаление, потом замена объекта. Как бы нормально это было решение этой проблемы. А меланхолии нет осознания вообще. Что, ты как понимаешь, теряется это осознание объекта. Сам факт утраты остается незамеченным, да? Хорошо, в случае с печалью, да, речь идет о том, что то есть утрата как бы имеет, и проработка, вернее, этой утраты, и печаль имеет как бы под собой основание, да, то есть мы как бы понимаем, что происходит, да, то есть утрата произошла, объект исчез из поля зрения, не знаю, неважно, умер, да, стал недоступным, и либидо некоторое время, да, при этом подчеркивает, что невозможно, что так не бывает, что либидо в одночасье тут же от объекта отскакивает, как бы, да, то есть душевная организация как бы такова, что какое-то время мы еще привязаны, да, всеми своими душевными силами, привязаны душевной энергией, привязаны к объекту, да, то есть наше сознание вращается, да, вокруг, воспроизводит объект. Вот, но какое-то, то есть там может быть агрессия какая-то, такие уже такие штуки, которые в культуру вошли, уже как бы все более-менее знают, да, что есть какая-то, вот, какие-то этапы проработки, там, гнев, там, да, что-то еще. Торг, да. Почему я? Наверное, торг сначала. Нет, гнев потом торг. Гнев, другие. Депрессия, принятие, что-то отрицание. Отрицание, гнев, отрицание, торг, депрессия, принятие. Ну, я не уверена, что это так всегда логично и последовательно в каждом случае разворачивается, да, но все вот эти этапы, они по меньшей мере, да, ну, по меньшей мере мы можем судить, что это не одномоментный такой скачок, да, отведение либидо от объекта. Ну, и как бы в итоге все-таки оно отводится, да, со всеми потерями, и высвобождается вот как бы какое-то пространство для другого объекта. По сути, ну, то есть как бы мы можем спустя какое-то время переключить внимание на что-то другое. Да? На другой объект или там на какую-то жизнь, профессиональную жизнь, например, там, да, или там буквально объект как другого человека и так далее. Да, в случае с меланхолией получается вот эта утрата как будто не распознается. Да? Вот в чем здесь вообще фишка? Почему она вот становится такой нераспознаваемой и почему положение вот субъекта-носителя, да, этой утраты ну, более тяжелым считается, нежели при проработке печали? Ну, субъект, получается, поглощен этим объектом, которого уже нет. И, ну, и он не осознает того, что он утрачен. То есть как будто этот... Да. Ну, он как-то переносит на себя. То есть там происходит такой немножко парадоксальный сюжет, да, как будто именно потому, что мы не хотим расстаться, то есть излишняя такая слишком сильная привязанность, да, является причиной того, что мы этот объект уносим с собой, как бы, да, интроицируем, поглощаем, да, но ведь все-таки речь идет об объекте, да, и поскольку этот объект уже внутри, ну, то есть можно так рассуждать, да, поскольку мы его вот так поглотили, как бы схлопнулись, то мы не замечаем разницы между собой и объектом, да, и, собственно, с кем тогда расставаться, да, как бы по поводу чего печалиться. То есть это перенесение вот этой энергии или либидо, перенесение на, собственно, часть, по меньшей мере, собственного «я», да, и заполнение объектом. И здесь такой парадокс, здесь, в принципе, на самом деле все не так очевидно. Вот визуально это иногда бывает сложновато представить, да, что... То есть этот жест перенесения, по сути, он остается, да, глубоко бессознательным, он невидим, да.
И Фрейд, если помните, там как к нарциссическим механизмам отсылает, да, то есть в нарциссизме же ведь тоже мы заморожены собственным образом, ну, если так, вот такие самые простые коннотации брать этого феномена, да, и тем самым мы, как бы это любовь себе, к себе, но она не, да, ничего хорошего нам не приносит, да, то есть нарцисс плохо заканчивает, да, вот эта завороженность образом себя, она смертельна, в общем. Смертельной, смертью оборачивается. Да, именно за счет вот этой схлопнутости и отсутствия дистанции. Да? То есть предполагается, что любовь все-таки должна какую-то вот дистанцию иметь, да, какое-то опосредование там, чем-то. Да? То есть вот эта слишком сильная связка, она лишает, если, ну, это тоже в каком-то смысле любовь, но она такая омертвляющая субъекта. Угу. Хорошо, какие-то еще идеи показались там интересными именно в работе Фрейда? Нас за что-то зацепился ваш взгляд, может быть? Еще что-то у самого Фрейда мы можем обнаружить интересное, еще пока не подключая других авторов. То, что он как бы сравнивает меланхолию и манию, что вот там один механизм действия. Да, одержимость. Одержимость. Да, то есть, вот, да, структурно они похожи в том смысле, что мы одержимы объектом, да, в случае с манией, в случае с меланхолией. Да, только в мании откуда-то берется все-таки вот этот ресурс, ну, условно, позитивного настроения, как бы, да, в то время как меланхолик – это такая черная депрессия, да, то есть это глубокая форма депрессии. Угу. Вот в этом, правда, журнале, Лаконале, если вы видели там вступительная статья, там как раз автор, редактор, что просмотрела сейчас, пишет о подмене понятий. На самом деле правильнее было бы все-таки сохранить за феноменом меланхолии само понятие меланхолии, да, это все-таки не депрессия. Да? А депрессия у нас приобретает такое широкое охватение, опять же, в культуре, да, ну и там такая развернутая критика идет того, что депрессия, антидепрессант, как бы депрессию можно вот как-то купировать, да, и, ну и ряд есть таких замещающих объектов, то есть культура потребления так работает наша современная, что можно, в общем, эту депрессию бесконечно затыкать вот этими, значит, объектами, квази-объектами, объектами не в психоаналитическом смысле слова. Вот. В то время как меланхолия все-таки ставит, когда мы ставим вопрос о меланхолии, мы все-таки не, ну, как бы не снижаем, во-первых, градус напряжения, да, в отношениях субъекта и объекта. Да. И, ну, чем более дифференцированно мы подходим к этому делу, да, различаем печаль, меланхолию, депрессию, манию, тем у нас больше ну, пространства для маневра. Да, как бы. И парадоксальным образом, тем самым у нас возможно больше ресурсов освободиться от меланхолийного вот этого, ну, от меланхолии, собственно, которая, ну, так или иначе, мы всегда говорим о структурных вещах, то есть если феномен есть, то мы в психике любого человека в том или ином виде ее можем обнаружить. Да? Меланхолийный след то, ну, как бы тоже можно обнаружить при желании. Хотя есть, конечно, вот такие очевидные формы меланхолии, и там Фрейд, по-моему, Фрейда есть это, да, он говорит о том, что, ну, вот, суицидальный исход, он такой достаточно распространенный, да, в случае с, как раз с меланхолией, да, не с депрессией и не с манией. И Фрейд там, в общем, как-то удивляется, ну, в общем, сначала так с удивлением пишет, потому что же заставляет все-таки меланхолика осуществить вот этот жест, разрушить. Ну, по сути, разрушает он объект, да, не себя, а таким образом он разрушает объект, но его объект, поскольку не имеет дистанции, да, он не отдален от него, да, он внутри находится, соответственно, уничтожает он объект в себе, ну, то есть себя. Можно вопрос? Да. То есть, пожалуйста, если понимаете такие более наглядные вещи, вот это вот, когда объект долго остается, ну, вот в меланхолии, приводит ли это, ну, можно ли считать, что это состояние, оно приводит к психозу в каких-то случаях? Потому что, ну, вот, как бывают тяжелые вот эти психические состояния, когда после утраты какого-то объекта там, не осознается эта утрата, и человек продолжает вот так же жить, вот как будто он вот прям есть, ну, например, продолжает там
готовить, не знаю, еду, потому что он сейчас приедет с работы, там, или звоните. Ну, вот такие вот действительно психические. Так сложно, конечно, заболевают. По каким-то отдельным вот, поведенческим вещам ставить диагноз. Психоз – это не психоз, это вообще отдельная история. Да, но мне все-таки видится, вот, что как, когда идет такая театрализация, что ли, да, воспроизводство каких-то атрибутов, связанных с объектом, это скорее отыгрывание печали. Мне кажется, что это ближе к форме печали, да, к обработке. Спасибо. Мне так кажется, моя версия, да. То есть в любом случае, когда мы клинические какие-то затрагиваем штуки, то правильнее апеллировать к конкретному опыту, да, конкретному субъекту, да, что для него значит это. Да? На самом деле, это из головы пример. Я думаю, что какие-то повседневности мы и в своей биографии можем какие-то штуки такие вспомнить, когда человека нет, а мы что-то там символически что-то делаем, да, как будто он есть. И это скорее печаль, да, мне кажется. А почему вы сказали изначально про типы психики, да, невротическая, психотическая организация да. И перверсивная? Можно ли правильно ли будет задавать вопрос, какой организации психики скорее присущи меланхолию? И клиницисты современной психоаналитики говорят, что о необходимости вводить четвертую форму организации меланхолии. То есть вот эти три, как бы принято считать, что вот они, они структурно отличаются, да, можно всех так или иначе свести. А меланхолия – это как бы отдельная история, Фрейдом она не была прописана как отдельная форма расстройства. Хотя в этой работе он, конечно, пишет о заболевании, да, как вот о болезни, меланхолии. Помните, там еще такой интересный момент, на который тоже обычно обращают внимание. С чувством вины и стыдом. Есть там такие, как меланхолия еще разворачивается, мы об этом не говорили, да, как именно проявляется вот в самоотношении, да, субъект себя корит, как бы. Он, мягко говоря, недоволен собой, да, очень сильно недоволен, да, обесценивает скорее даже себя, и там речь идет о недостатке самоуважения, да, чувство вины, как бы такое, да, вот. И отсюда и оскуднение социальной жизни, жизни психической, наверное, тоже для Фрейда прежде всего, и вообще жизни, как бы, да, и оскуднение «я», по сути, да, или оскуднение мира, как бы, да, тоже еще вопрос, вот тут всегда есть такая тонкость, когда мы говорим о мире, мы имеем в виду себя, или когда мы говорим о себе, говорим ли мы о мире, это диалектика внешнего и внутреннего, которая чуть позже. В случае с печалью получается, если этот внешний мир утрачивает, теряется интерес к нему у субъекта, то это понятно. Да? В случае с меланхолией то причин как будто бы и нет. Да? То есть речь не всегда идет о конкретной утрате, там, да? Действительно, там, какой-то неудачный любовный опыт или что-то такое очевидное, да? Или кто-то умер там, да, из близких. Да? В случае с меланхолией не совсем есть такие эмпирические маркеры, да, поскольку это сама психическая организация так работает. Да? То есть речь идет, конечно, о каком-то первичном объекте, да, об объектах вот таких ближайших, первых, да, родительских фигур. Чем еще проявляется меланхолия? То есть оскуднение интересов, да, мир теряется, да, мира нет, в принципе, да, для меланхолика. Заполонение, то есть с одной стороны заполоняется психическое пространство объектом, то есть объект, по сути, лишает субъекта его «я». Но трагизм в том, что это не понимается, это ощущение не осознается. Эффект пустоты это и есть, и отсюда обесценивание собственного «я», «я» — это такая пустая, никчемная оболочка, да, и все вот это самоуничижение, да, вот
там, как бы я рассматривается действительно как вот эта пустая оболочка. А о том, что речь о том, что вот как бы это любимый утраченный объект где-то там в моем психическом пространстве есть, это речь об этом не идет. Да? То есть это глубоко бессознательный механизм. Ну и тогда получается, что работа терапии здесь может быть направлена на то, чтобы этот объект вычленить каким-то образом, да? Сделать хоть как-то представленным в психическом пространстве, ну, с тем, чтобы его в идеале оплакать, там, да, как потерянный объект. С тем, чтобы выяснить, когда мы проводим работу оплакивания, собственно, в чем? Да? Тут же смысл не самоцели плакать, а в том, что высвобождается энергия, которую можно, ну, либидо, которую можно переключить, как бы, да, на другие цели. То есть что-то появляется в поле зрения, в качестве интереса. Да? Да, и еще одна характеристика получается, есть вина, нет стыда. Да, то есть про это он прямо пишет, что люди как бы производят впечатление, ну, такое гамлетовское покаяние, они, в общем, да, и самобичевание вот, воспроизводят, как правило, в социальном окружении, и у них нет какой-то неловкости по этому поводу. Да? Ну, то есть они слишком, им слишком болит своя вот эта. Слишком очевидна эта боль, слишком явно она присутствует, да, чтобы еще отслеживать, там, ну, как, насколько это местно или не местно в социальной жизни. Да, и в этом смысле меланхолики вот распознаются как бы еще и таким, такой вот очевидной самопрезентацией душевных страданий. Вот. Да, при том, что они как бы себя очень корят, да, но вот как бы здесь есть такое как бы затемнение есть, да, как бы слепое пятно, им сложно увидеть себя со стороны, как, ну, человека, немножко ведущего себя, как бы немножко так, с акцентуацией определенной. Там, да? Вот, и не до этого. Угу. Ну хорошо, что еще по Фрейду? Какие-то моменты, может быть, мы упустили, какие-то идеи есть или несостыковки, что касается работы Фрейда. То есть как видится меланхолия Фрейда. Помните, у нас была отсылка у Лакана, мы интерпретировали один сюжет лакановский в связи с, тоже с вещью, с объектом, с инстанцией сверх-я, тоже в меланхолийном ключе. У Лакана, кстати, нет специальной работы, даже какой-то отдельной главки в семинаре. Ну, я не встречала, я не французском, не все семинары, конечно, читала, переведенные, и, ну, мне не попадались. Какие-то развернутые сюжеты, касающиеся меланхолии, так, отдельно, отрывочно очень. Есть это. Речь шла о процедуре образования сверх-я. Да, и Лакан как бы вот как раз через меланхолию, да, через механизм меланхолии интерпретирует, да, это образование сверх-я. То есть он говорит, если мы усваиваем себе отца, вот это, то есть это и есть, да, жест интроекции, да, интроекцирование объекта, то нам есть в чем его упрекнуть. Да, то есть, ну ведь и в скорби, в случае, ну и с печалью там понятно, это как бы такая адресная, вот это адресный упрек там есть как к объекту, да, когда мы говорили, что гнев. Да. А здесь такой, ну, по сути, безадресный, ну или ауто, как бы, аутоагрессия, как бы, да. И да, здесь как бы Лакан, наверное, чуть-чуть причину со следствием меняет, да, то есть если мы усваиваем себе отца, то нам есть в чем его упрекнуть. То есть сначала мы его усваиваем, а потом, значит, мы его упрекаем в том, что он нам не даст, ну как бы, да, что, ну, какие-то претензии к нему есть в любом случае. Здесь дело как раз не в недоступе, а немножко в другом. И по сути, здесь как бы немножко структура плывет с одной стороны, с другой стороны здесь можно несколько уровней проблемы, да, выделить. То есть, по сути, скорбь по объекту может стать
может явиться причиной образования сверхя. Да? То есть появляется инстанция, которая осуждает, да, вот какую-то работу осуждения, да, или работу совести проводит по отношению к вот этому никчемному, да, даже не сказать чему, части я, другой части я. Да? А можете пояснить это? Все-таки непонятно, почему, если происходит скорбь к объекту, это же как бы, ну, тоска, печаль. Почему необходимо? Ну, это меланхолийный жест, да, Лакан говорит скорбь, но я думаю, что здесь речь идет как раз, если мы все-таки разводим их четко, да, то есть как в каких-то случаях мы можем говорить, что там примерно одна и та же стратегия, где-то мы их разводим. Но ведь самопорицание мы все время говорили, да, вот как бы субъект самоумолением занимается, он себя гнобит, по сути, да. Но ведь этим, если мы все-таки раскладываем на составляющие, что во мне меня гнобит, а что получает удовольствие, да, то это скорее, понятно, что это часто подмен здесь происходит, но скорее сверхя, то есть некая инстанция, которую принято благодаря Фрейду называть сверхя, она осуществляет вот этот суд, да, как бы, ну, гнобление, да, по отношению к... Вот вопрос возникает по отношению к чему? То, что это результат скорби, что в основании все-таки, не скорби, а все-таки меланхолии, да, что в основании все-таки вот эта работа с объектом, такая странная, бессознательная, это, мне кажется, довольно очевидно. Тут просто новая история про то, как возникает сверхя. Ну, чуть-чуть снова, да, но, в принципе, та же, как вот с привлечением меланхолийного жеста. Так получается, есть вероятность, что сверхя гнобит не часть я, а часть объекта или сам объект? Ну, если в случае с меланхолией они схлопнуты, я и объект, то мы не можем ответить точно, да, то есть мы можем только аналитически, искусственно как бы разложить, то есть кого он скорбит, вот это вопрос. На самом деле в этом же основная сложность и состоит, да, что меланхолик точно не знает, кого он, да. Гнобит. А в анализе мы можем просто прийти, да, к тому, что, ну, опять же, мы же рассуждаем абстрактно сейчас, да, что мы можем все-таки обнаружить этот объект, обнаружить гнев по отношению к объекту, да, и тогда это уже будет работа скорби, да, или печаль, а не меланхолия. А пока мы в режиме меланхолии, то, в сути, мы гнобим часть я, которая заполнена объектом. Ну, потому что объекта мы не видим, да. И гнобим мы за то, что это я такое бессильное, ни на что не способное, как бы вот такая пустая оболочка, ну и так далее. Да? И тем самым сама меланхолия воспроизводится. Да? То есть мы гнобим, и я, эта вот оболочка такая же никчемная остается. Да? То есть здесь как бы круг замкнулся. Сверхлакан получается при меланхолии только, ну то есть рождается сверхя только при меланхолии? Ну, вот меланхолийный след он здесь обнаруживает, рождение сверхя. Причем речь идет о, ну, как бы, если мы усваиваем себе отца, да, то нам есть в чем его упрекнуть. Да, то есть он просто уже знаком с этим меланхолийным механизмом, как бы, да, и через него он объясняет, как появляется сверхя. Да, мы на самом деле говорим сейчас о фундаментальных вещах, и в том или ином виде, я повторюсь, меланхолию мы воспроизводим, ну, просто когда мы чуть более пристально рассматриваем феномен, да, и когда у нас есть отдельные биографии, отдельные истории субъектов, да, конкретных, да, тогда мы видим, где все-таки больше меланхолия работает, а где печаль там, да. То есть, понятно, и в случае с меланхолией это схлопнутость может, ну, не всякий же меланхолик в конце концов кончает жизнь самоубийством, да. То есть можно рассматривать, не знаю, там, элегию как поэтическую форму, там, вот, творчество, как попытку справиться с меланхолией, там, да, ну, или вот там Триер снимает фильм о меланхолии, да, это такой тоже своеобразный симптом современной культуры, да, и не просто Триер не тот автор, который просто так снимает кино, да, то есть, ну, снимается смыслом. Вот, и, ну, то есть, да, то есть это как бы. Такая вещь структурная, фундаментальная, да? Поэтому мы можем, да, рассматривать появление я, сверхя, вернее, как эффект меланхолии. Да?
Хорошо. Ну, сейчас я бы перешла уже тогда, если нет возражений, каких-то еще дополнительных замечаний, вопросов. Может быть, мы чуть-чуть расширим контекст привлечением других авторов. А что у Лакана по поводу механизмов защиты? Защиты вообще? Психологической защиты. Потому что слабое «я» на свету сопряжено со слабыми механизмами защиты. Вы знаете, это совсем другой язык. Это такой психологический у вас язык, ну, имеется в виду психология, да? Психоанализ все-таки не психология, он всячески дистанцируется, да? И ну, вот эта вся история с укреплением «я», то, что от Анны Фрейд исходит. Ну, Анна Фрейд, да, она утверждает, что да, это не про Лакана. Слабые есть, а слабые механизмы защиты. Да, то есть это все как бы жестко критикуется, как бы, да, и работа на защиту «я» — это, ну, это как бы из другой парадигмы, да, с которой то, что мы разбираем, скорее вот, расходится. Вот, то есть психоанализ в версии, да, Фрейда Лакана работает все-таки не на укреплении «я», как бы, да, скорее на выявление каких-то механизмов, которые «я» нивелирует, да, то есть «я» прикрывает, ну, или «эго», то, что мы называем, да. И ну, как его не укрепляя, это я, там, да, в общем, если есть вот эти штуки, связанные там, с меланхолией, например, там, да, никак это не поможет. То есть речь идет о том, чтобы эти защиты скорее деконструировать, ну, деконструировать не с тем, чтобы избавиться от них, а с тем, чтобы понять, да, что именно они скрывают, да, какой механизм психически работает, да, вот под этим прикрытием. Да. Еще один вопрос насчет утраты объекта. Я не знаю где, но в какой-то работе, кажется, Фрейд писал про то, что субъект инвестирует в либидо в объект, и когда идет утрата объекта, может быть, эта тема связана вот с меланхолией и сверх-я. Ну, да, но мы об этом ведь и говорим. Да, то есть, естественно, это по определению мы говорим об объектах, в которые инвестирована либидо. Да, так в этом же, собственно, и проблема, что мы очень сильно инвестировали в этот объект, поэтому в одночасье мы не можем, собственно, взять и этот, отпустить, как бы, да, все вот эти рекомендации хорошие, да, в журналах напечатанные, там, как забыть, отпустить. Простить там, да, и проработать там, да, а лучше вообще не залипать никогда, да, то, ну, так не, ну, не работает психика, да, то есть, ну, отсюда, в общем-то, все наши рассуждения, да. То есть, может, чуть-чуть конкретизировать вопрос? Я сам точно не знаю, просто примерно. Ну, то есть, когда мы говорим «объект», то мы уже, вот в психоаналитическом смысле, то мы уже имеем в виду, что наша либидо уже, ну, как бы либидо субъекта вокруг этого объекта вращается. Иначе это не объект для нас. Угу. Угу. Человек точно. Ну, это нас, да. Вот да, когда мы Джудит Баффер, да и вообще, наверное, мы в нескольких уже, я, по крайней мере, наверное, в парочке курсов упоминала, да, Джудит Баффер. Ну вот ее такие теоретические построения, по крайней мере, то, что в «Психике власти» книжка называется, да, работа называется «Психика власти», хорошо тем, что она пытается психоанализ и, в частности, проблему меланхолии каким-то образом эксплицировать на феноменах социального порядка. Да, ну и, в общем, интересные развороты получаются. Хорошо, мы говорим о, может быть, несколько еще сюжетов затронем. Мы говорим об отношениях с объектом, и помните, я говорила, что нам нужно еще раз воспроизвести вот это проблемное разделение, проблематичное разделение внутреннего психического пространства и условно внешнего или социального. Да? То есть все-таки в социальных науках принято. В науках человека и общества, так скажем, да, принято разделять. Да, психология у нас занимается психикой, там индивидуальным измерением там, жизни человека, социология, к примеру, там, другие социальные науки, общественными процессами. И, в общем, там предполагается другая логика задействована. Да, и, в общем, в этом разделении есть, безусловно, смысл. Да, то есть, когда мы говорим там, не знаю,
об общественных движениях, о партиях, о социальных группах и так далее, о каких-то институциях и правилах их установления, то здесь работает немножко другая логика, ну, по крайней мере, так утвердилось в социальных науках. Да, и психологизировать, вот психологизация – это вот отчасти такое понятие, имеющее критическую коннотацию. Да, и, ну, психологизировать не принято. Да, то есть, если человек работает, например, там, исполняет какую-то должность, да, институционально что-то представляет, то, в общем, по идее, он должен абстрагироваться. Да, или мы, анализируя его деятельность, мы абстрагируемся от его характерологических особенностей, там, истории детства и так далее, в общем, да, не вникаем в эти сюжеты, и это, в принципе, понятно, да? Иначе мы увязли, в общем, да. Но все-таки психоанализ предлагает интересную трактовку вот этого переплетения, да? Ну и, по меньшей мере, лакановский психоанализ показывает нам структуру, да, структуру соотнесения внешнего и внутреннего плана, да, существования человека, ну или как рождается, собственно, вот это самое социальное измерение, если исходить из, все-таки, если использовать психоаналитическую оптику, да, как рождается социальное из психического. То есть речь не идет о каком-то продлении, да, как будто мы длим вот психические какие-то характеристики, мы возобновляем, да, и возобновляем на уровне социума. А немножко не так. То есть само социальное измерение, можно так навскидку обозначить сразу, сама социальная жизнь, что-то внешнее, возможно, скорее как работа воображения. Да? То есть, ну вот Джудит Батлер, упомянутая уже, к примеру, полагает, что социальная жизнь, возможно какие-то формы социальной жизни, именно потому, что какие-то невозможны. Да, то есть какие-то, по сути, подвергаются вот этому психическому механизму вытеснения. Да? Ну, то есть, если еще ближе к феномену меланхолии подходить, то речь идет о том, что какие-то формы печали приняты, да, проработки чего-то как вот утраченного, там, потерянного, как бы, да, до того, что нужно культивировать, да, что-то вот принято. А что-то считается по определению неприемлемым. Да? И да, вот можно с этой стороны зайти. То есть социальная жизнь, одна из форм социальной жизни возможна, потому что другие невозможны. Как бы, да? Ну и там дальше Батлер следует за гендерной проблематикой. И точно так же выбор гендера или выбор пола даже, да, можно сказать, происходит таким образом. То есть мы отождествляемся, да, с каким-то полом, да, с полом одного из родителей, да, и вытесняем, да, какую-то возможность, да, или отрицаем возможность выбора другого пола. Ну, я напомню, что в психоанализе, по крайней мере, в лакановском психоанализе, пол – это означающее. Да, то есть речь не идет не столько о физиологических каких-то проявлениях, сколько о структуре субъекта, да, то есть женский субъект и мужской субъект по-разному устроены. Там разный статус другого с большой буквы, там объекта А, да, как бы не, и не симметрично, да, мы это, в общем-то, не затрагивали, хотя можно было, наверное, да. То есть симметрии нет, как бы, да, в выборе пола. То есть женщина одним образом, как бы, да, вот себя вписывает в символическое пространство, мужчина другим. Хорошо. Ну и нашу любимую стадию зеркала можно вспомнить тоже. Да? То есть через стадию зеркала ведь тоже мы можем обозначить, каким образом внутреннее в данном случае рождается из внешнего. Может быть, кто-то воспроизведет эту уже логику стадии зеркала, чтобы уже я ее не повторяла в сотый раз. Ну, так будет просто понятнее для всех, в том числе для того, кто проговорит ее, да, как соотносятся внешнее и внутреннее, или индивидуальное и социальное, да, психический мир, мир там, коллективной жизни. Ну, могу пробовать найти, что вспоминаю, что да, вот эта стадия зеркала начинается тогда, когда вот ребенок первый раз видит себя в зеркале,
и он видит одновременно и себя, и другого. И вот это как бы первая встреча с собой другим. Mm-hmm. И вот тогда в жизни субъекта и появляется вот этот вот другой. Mm-hmm. Вот. Но другой, как я, да, здесь да. Парадокс, вот вопрос остается открытым, я это или другой, да, или, mm-hmm. ну или в итоге я это другой, да, мы приходим к формуле, да, что другой это и есть я, то есть по сути, ну, мы как бы отчасти мы схлопываемся в психической жизни. То есть речь, ну, то есть социолог бы точно нас упрекнул в том, что мы как бы социальные феномены помещаем в психическую жизнь, и все, у нас как бы социальной жизни нет. Отчасти это так и есть, поскольку, обращаясь уже на каком-то новом этапе, когда мы выходим из стадии зеркала, ну, то есть стадия зеркала – это не только стадия, это структура, да, она остается с нами навсегда. Вот эта формула «я» – это другой, и вот этот механизм оборачивания внешнего облика себя как другого на себя, да, вот как бы, да, это и есть работа по формообразованию психики, да, психического пространства. И, соответственно, встречаясь вот с другими уже конкретными в социальной жизни, мы этот нарциссический жест, по сути, воспроизводим. То есть, видя другого, мы видим себя, как бы, да, ну, и помещаем его, естественно, в свое фантазматическое пространство. Ну, как бы иначе никак, так работает психика. То есть мы, конечно, будем утверждать, что это другой человек, я уважаю его права и так далее, но когда чуть теснее мы там вступаем, да, вот с ним в отношения, даже просто в какую-то коммуникацию, да, неизбежно вот эти нарциссические механизмы начинают работать. То есть более того, именно благодаря тому, что есть эти нарциссические механизмы, мы, собственно, и вступаем. То есть этот другой и нам хоть каким-то образом доступен. Да? Если бы не этот механизм, то, в общем, он был нам параллелен. То есть почему мы называем это супер-я? Ну, что когда это? Мы говорим, что мы ориентируемся на этого другого, то есть он нам что-то указывает, да? Ничего, он нам может ни почему указывает. Мы просто как бы видим, как распознаем другого человека. Хорошо, но мы себя соотносим с ним, да, вы говорили. Угу. Ну, в любом случае соотношение это уже какой-то идеал. То есть это то, что уже говорит. Угу. Вот как бы со стороны супер-я. Да, вы с вами это супер-я. Почему супер? Почему сверх-я? Ну... ну, сверх-я, конечно, каким-то образом здесь задействовано, ну, поскольку мы каким-то образом, наверное, оцениваем там, да, вот степень попадания там, вот, в наш фантазм, как бы, да, вот, mm-hmm. того, что происходит на уровне коммуникации. Да, то есть она же может быть какой-то неудачной, условно, там, трагической, в конце концов. Да. То есть тут смысл в том, что мы можем встретить другого человека только в фантазматическом режиме. Да, то есть другой как таковой нам по-другому не дан. Ну, как бы объективно он нам не дан. Мы можем допустить эту мысль просто, зная этот механизм, мы можем допустить, что я о другом знаю только через свой фантазм что-то могу представить. А сам по себе, а другой, третий человек, да, будет относиться к нему, глядя через свой фантазм. Да, в этом смысле мы не можем говорить о какой-то нейтральной позиции. А восприятие своего тела тоже таким образом? Как воспринимаем другого через свою фантазию? Без зеркала. Мне кажется, что свое тело все равно воспринимается как нечто чужое. Мы, ну вот как бы мы на прошлый раз говорили про то, что тело как таковое нам не дано, только через язык. И как бы, ну я не знаю, биологически или как животным мы не можем его... Как животным оно нам не дано, да. Ну да, конечно, к своему телу мы тоже через фантазм относимся, безусловно. Но что-то есть, что выпадает, я думаю, в нашем телесном опыте есть то, что выпадает за рамки фантазма и тревожит, как бы, да. Ну то есть некое неудобство, которое вот в фантазм не вписывается. Ну, от каких-то вещей, там, связанных с полом и сексуальностью, мы абстрагируемся большую часть времени. Да, мы поддерживаем фантазм. Ну.
Хорошо. То есть через стадию зеркала мы можем показать, каким образом связаны внутрипсихическое измерение и измерение социальное, как бы внешнее судьба. Да? И в этом смысле вот это внешнее, вот мы через конкретного другого, да, это показали, что другой человек нам лишь через фантазм дан, и, соответственно, социальная жизнь как таковая тоже дана нам через фантазм. Ну, то есть мы как бы ее воссоздаем, да, то есть воссоздаем, когда думаем о других, да, что-то имеем по отношению к другим, либо вот когда мы вспоминаем теорию Лаклау, да, его тезис о невозможности общества или, ну да, невозможность общества, так и называется текст, один из, то речь идет тоже о, вот в случае с Лаклау, как раз идет, то сначала он объясняет нам, да, как вот в фантазматическом режиме мы воспринимаем социальную жизнь, потом пытается предложить другой некий, другой проект интеллектуальный, да, который бы менял нашу оптику, довольно радикальным образом меняет оптику восприятия общества. И здесь, ну вот здесь как раз психоаналитические ресурсы кажутся востребованным, концептуальный ресурс, и довольно интересные выводы можно получить, пытаясь смотреть на социальную жизнь как бы психоаналитически. Да, и да, вот через стадию зеркала, да, мы воспроизвели вот эту логику соотнесения этих двух пластов. И точно так же можно через меланхолийные, да, через меланхолийный жест, через меланхолийную структуру, точно так же можно говорить о рождении социального измерения, да, рождении социальной жизни для субъекта. Да, ну, по меньшей мере, через меланхолию рождается нечистая совесть, как бы, да? Ну, опять же, сверхя вот это, да. Потом, да, то, на чем делает акцент Джозеф Батлер, есть какие-то недопустимые формы оплакивания. Да? То есть, ну, здесь уже чуть-чуть наложение дискурсов происходит, потому что Фрейд же ведь не ставит вопрос, а почему, да, все-таки что является вот таким спусковым механизмом или что является причиной расхождения вот этих двух режимов печали и оплакивания, и скорби, ой, меланхолии, да. То есть он просто как бы наблюдая за пациентами, как бы видит разницу, да, как, когда есть, включается этот режим оплакивания, а когда он вот схлопнут и никак нет доступа к нему. Здесь же, вот, когда мы подключаем уже какую-то социальную теорию к этому феномену, или напротив, феномен меланхолии проецированного, феномена социального порядка, то примерно то же самое мы можем на общественном уровне обнаружить как, ну, вот как запрет на определенные формы работы с объектом, скажем так. Да? То есть, по сути, ну, вот вся вот, все, что связано с регулированием сексуальных отношений, да, или, там, как Джозеф Батлер говорит, гендерного выбора, ведь это тоже, ну, такие темы, в которых, проще говоря, переносится вот этот запрет, эта разметка переносится с одного места на другое. Да, и, но обязательно она должна быть. То есть есть какие-то, есть то, что может быть представлено как проблема, пусть даже. Мы даже не говорим сейчас о том, что как бы принято как стандарт, и то, что не принято. То есть речь как раз о том, что есть какие-то, ну, вот, гендерные теории, там занимают квир всякие теории, да, там теории, связанные с, не знаю, третьего пола, как бы, да. То есть вся вот эта гендерная проблематика, все то, что в ней проговаривается, это, в принципе, в культурном пространстве уже присутствует. Да? А есть что-то, по мнению Джудит Батлер, что не имеет, ну, то есть то, что вот в режиме меланхолии существует как раз, да, то есть то, что не распознается как возможность. Мы можем выйти здесь и за пределы, по сути, и за пределы гендерной проблематики, и просто какая-то другая форма социальной жизни, которая, в принципе, не может быть нами представлена. Но это не значит, что она не разворачивается в каком-то бессознательном режиме. Да? Как раз в бессознательном режиме она, именно потому что она разворачивается, да, как бы здесь, вот, здесь уже психическая энергетика, экономика задействована, да?
То есть вот если она в режиме таком схлопнутом заполоняет пространство субъекта, то у нее, чем больше она схлопнута, да, тем меньше шансов быть ей представленной и реализованной вот, в социальной жизни. То есть, по сути, социальная жизнь – это такой механизм, ну, в основе социальной жизни, хотя это не новость, да, это механизм репрессии, как бы, да, то есть механизм, который, ну, просто ставит черту, как бы, да, довольно произвольным образом. Вот из этого механизма, меланхолийного механизма, по сути, получается таким образом, что произрастают драматургия социальной жизни. Ну, то есть есть такой как бы очевидный пласт, как бы, да, есть то, что может быть оплакано и представлено. Ну, как бы, да, чтобы чуть-чуть конкретизировать, чуть-чуть другой язык задействовать. Например, есть какие-то формы общественного устройства, которые считаются приемлемыми или чаемыми, там, желанными. Да? То есть они, как правило, ведь любая социальная аналитика, социальная теория, она рассуждает, и тем более социальная критика, рассуждает таким образом, что вот наличное положение вещей нас не устраивает. Да? То есть, соответственно, это критический посыл. Да? То есть социальная жизнь нас не устраивает, и есть какая-то предполагаемая другая социальная жизнь, ну, коммунизм, например, да, то есть долго, ну, или утопии, там, отсылающие так, Томасу Мору, Кампанелло, да, ну, как бы вот это утопическое измерение в социальной теории, философии, оно же, в общем-то, всегда было. Да, то есть, как бы вот, это такой механизм либо ностальгирования, да, как бы сожаления об утраченном, там, золотом веке здесь работает, либо вот такое представление о том, что может быть, да, направленность в будущее, да, утопия. Да, и ряд авторов довольно популярных и до сих пор популярных социальных теоретиков, в общем, как раз работают на то, чтобы вот это утопическое измерение в культуре присутствовало. То есть они полагают, что как раз это важно, иметь какой-то горизонт, да, вот, ну, лучшего, да, лучшей жизни. Эта логика, в общем-то, понятна. Но у нас, в общем-то, вырисовывается здесь, вот, когда мы имеем такой ресурс психоаналитический и теория Лаклау антагонистического, да, устроения общества, то здесь другая логика начинает работать, и по меньшей мере она интересна, ну, своей альтернативой. Как бы, да? И в конце концов, если кто-то устал и разуверился в том, что утопия может быть, ну, как бы вот эти утопические построения достижимы, и как бы... Я, например, не могу, когда я уже знаю точно, что там, что утопия по определению утопия, мне, например, очень сложно вдохновляться этим, как бы, да. И я как раз вот не принадлежу к тем, ну, как бы, мне не очень понятна позиция этих авторов, которые полагают, что утопия должна быть как горизонт. Затем ряд моих коллег, вы как раз-таки вот до сих пор это культивируют и считают, ну, это важно. Да? То есть такое хорошее общество, как такой... горизонт, как бы, да, к которому нужно всячески стремиться. Если мы к нему не будем стремиться, то не будет даже вот этого условно хорошего. Да? Хотя оно, как бы, история показывает, что раз за разом мы сталкиваемся скорее все-таки с чем-то ужасным в социальной жизни, несправедливостью, там, не знаю, массовой резней там, и прочими дискриминациями. Ну, это можно назвать утопией, просто утопия есть такая негативная коннотация. А можно это назвать эталоном, то есть это что-то... Еще лучше. Да. То есть эталон, это то, к чему стремишься. Ну, вот смотрите, простой, очень примитивный даже пример. Я думаю, что Гитлер хотел построить эталонное общество, согласитесь. Ведь он же не говорил, я злодей, я вот сейчас истреблю всех и хочу утвердить мировое зло. Ну, у него изначально были какие-то... Арийская нация, это сверхлюди, отличная вообще история такая. Кто не дотягивает, тот не дотягивает. Ну, то есть идеал все равно, это все равно как бы в режиме идеала. Любой проект социального переустройства, вот такого рода, эмпирический проект, он всегда руководствуется идеалом. И, ну, и идеализация, соответственно, если вот психоаналитические понятия используют, и если еще другие психоаналитические понятия используют, уже известно, то есть как бы мы живем в фантазме. Да? То есть это задействуется воображаемый режим. Фантазм, нам логика его понятна уже, и она отчасти неистребима, да, то есть все равно это
ну, вот это желание лучшего будущего, ну, по сути, оно логично, как бы, да, и в рамках своей там, жизни мы тоже как-то все-таки движемся к тому, чтобы хоть чуть-чуть да улучшить, там, да, работу получше найти, там, жилище, соответственно, там, вписаться в какой-то круг приятных людей. То есть это как бы понятно, да, это неистребимо, ну, как бы нет смысла прям истреблять это, да, желание там воевать с ним, нет. Здесь речь идет об альтернативе, которая может чуть-чуть поменять оптику. И то есть вот этот фантазм хорошего общества рассматривается здесь как магический объект. Я не помню, у Фрейда есть это в работе, магический объект, или это не его изобретение, или это Джудит Батлер придумала. Не могу помнить, кто первый употребил. Ну, то есть, по сути, объект этот, который заполоняет, ну, здесь это прилагательное магически хорошо тем, что, ну, действительно, мы как бы не понимаем, мы захвачены им, да, а понять-то не можем, да, что мы даже осознать его присутствие не можем, да, поэтому вот это хорошее, фантазм хорошего общества здесь такое, ну, такое, ну, как бы покрывающее саму недостижимость эту, да, хорошего общества, это такое покрывающее, ну, хочется сказать, покрывающее воспоминание, да, как в психоаналитическом смысле есть такое выражение, да, но здесь скорее такой образ, да, покрывающий. И вот за этим образом, по идее, можно обнаружить меланхолийный след, да. То есть вот эта одержимость, ну, здесь на самом деле несколько режимов, лучше не путать. То есть вот как бы первый вариант, и как я его вижу, это такая завороженность, да? Когда мы искренне верим в то, ну, будем считать, что вот эти социальные теоретики, полагающие, что утопическое измерение в культуре необходимо, да, хотя я не верю, ну, да, допустим, они как бы вот считают действительно на голубом глазу, что этот фантазм достижим или, не знаю, или по меньшей мере стремиться к нему нужно, да? Хотя мне очень сложно как бы представить, когда мы полагаем, что объект недостижим, но к нему стоит стремиться. То есть как нужно действовать при этом. То есть вот это завороженность, да, это один режим. Второй режим, когда мы есть вот эта завороженность в крайней своей форме, она оборачивается разочарованием. Ну, по сути, вот то, что случилось с коммунистическим проектом, да, ведь как бы тоже можно сказать, что такой откат, ну какой-то прав к консервативным ценностям, по сути, вот мы сейчас наблюдаем. То есть, с одной стороны, у нас вроде как была, ну, была вот эта светлая идея, хотя тоже вопрос, в каком, ну, кто в нее верил, ну, допустим, да, вот как бы дискурсивно в культуре она была представлена, да, как коммунистический проект. А потом, значит, происходит, ну, естественно, как бы есть какая-то подоплека, и этот фантазм в полной мере уже не работает. Ну, застой, как бы, да, это, в общем, ну, характеристика этого времени, это, в общем, такое циничное, довольно циничное уже отношение. То есть мы как бы ритуально поддерживаем все эти практики, связанные там с партией, комсомолом и так далее. Ну, там, в конце 70-х, 80-х уже там никто особо вот ни кровью не клянется. Да, и как бы вот это, ну, как бы, по сути, фантазм утерян, да, поскольку он был довольно явным, да, этот магический объект вот был представлен, да, завороженность это, допустим, была. То, ну, соответственно, на бессознательном уровне, да, мы как бы прочитываем всю эту ситуацию как, ну, как глубокое разочарование. Да. Мы можем дальше рассуждать, печаль здесь или меланхолия. Мне кажется, здесь все-таки меланхолия, поскольку непонятно, что мы утратили. Ну вот честно, как бы сложно представить человека, который бы вот в рамках своей вот вменяемой сознательной жизни верил бы в какое-то, ну, стал, и живя, да, в обычной, сталкиваясь с повседневными ситуациями на работе, в жизни, там, с другими людьми, что вот это все-таки циническое измерение, я думаю, что оно всегда у всех было, да, ну, на том или ином уровне. Понятно, что кто-то мог смело шутить, а кто-то помалкивал, да. Вот.
То есть как бы уже на уровне очарованности, да, и представленности вот этого магического объекта как хорошего общества, одновременно есть и бессознательное измерение глубокой разочарованности. Да? Ну, то есть, когда мы говорим о бессознательном измерении, как раз речь не идет о проработке, да, речь идет о том, что считывают какие-то механизмы структурные, да, безличные, считывают, да, вот это разочарование. Но сам субъект, конечно, не отдает себе отчета. Да? То есть он скорее будет манифестировать тревогу. Да? Тревогу, вот, связанную с каким-то двусмысленным, да, статусом этого магического объекта. Ну, то есть мы в любом случае в области объектных отношений, да, обнаруживаем эту историю. То есть моя задача просто показать, что утопическое измерение, присутствуя на каком-то таком явном, провозглашаемом уровне, одновременно задает и измерение меланхолийное. Да? То есть чем больше мы хотим поддержания целостности вот этого фантазма на уровне сознательном, тем больше в бессознательном мы обнаруживаем вот эту опустошенность. А эта опустошенность, по сути, ну, наверное, можно ее интерпретировать как такую как такую тоску по действительной возможности реализации вот этого хорошего общества в нашем случае. Да? То есть этот объект, он все время ускользающий, да? То есть он все время разочаровывает. Да? И отсюда вот этот меланхолийный след. Вот. И ну, здесь как раз вот интересно, ну, не знаю, пока мы не перешли к оптимистической части, да, что же, где же выход, можно как раз вспомнить и Триера. Он же здесь, да, его «Меланхолию». Мы уже говорили о том, что не случайно же он снимает этот фильм, да, есть какой-то новый посыл. Вот какая интерпретация? Все смотрели, да, мы же не все, многие, не все ряд. Посмотрите за мной. Я читал, читали, а фильм решили не смотреть. Не смотрел, где его посмотришь? Как, в сети где его? Интернет-нет. Везде повезло. Он же старый фильм, он уже везде лежит. Ну сколько ему? Уже лет 5 точно? Да, больше. Мне кажется, уже «Нимфоманки» лет 5. «Нимфоманки» еще не Да, нет, не можно. А нельзя сказать, что меланхолия это про натурию, нимфоманка про манию. Давайте уже нимфоманку не вспоминаем, что я это требует больших интеллектуальных усилий, чтобы соотносить. Вообще, мне так было очень видно, озабочен Триер психоаналитическими проблемами. Ну, то есть надо включаться, я ведь надо восстановить мне в сознании вообще, про что нимфоманка, да. Ну, про меланхолию для начала. Ну, то есть, как бы вопрос в том, как вы интерпретируете, откуда, ну, откуда такая взялась мы, ну, вообще, какие ассоциации порождает фильм, да? Что хотел сказать автор? Ну, то есть, когда я его смотрела, не зная ничего вот о том, что мы сейчас обсуждаем, у меня было ощущение, что это состояние, которое от себя полностью не зависит. То есть, которая тебя захватывает так, и то есть и какие-то социальные нормы, еще что-то, да, то есть они никак ну, тебя не могут регулировать. И я понимаю, что меня это очень поразило, что вот мы должны принять особенно в отношении с другими там людьми, что они могут быть в таких состояниях, которые, с которыми они ничего не могут сделать. Это как с эмоциями, да? Ну там, знаете, это не эмоции, что уже. То есть когда там. Ну, да, да, там героиня, в общем-то, ну, очевидно, что ей все равно на социальную жизнь. Да, 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 это какой-то большой проблемой, и вот она хотела бы... Она не хотела плевать, может быть... Ей уже не до плевания. Да. Да, то есть здесь нет такого демонстративного жеста, как раз нет, да. Здесь уже, здесь, ну, вот я когда интерпретировала, то мне показалось, что даже немножко... Вот этот сюжет как раз мне показался чуть-чуть натянутым, единственный сюжет мне показался натянутым, когда она вот такой демарш совершает по отношению к работодателю. То есть он как бы так очень легко прочитывается, если остальные вот сюжеты как-то требуют погружения, и они такие отсроченные как-то в интерпретации, то здесь как бы сразу считывается вот эта социальная критика, как бы, да, вот этот
буржуазное общество захватило субъекта полностью с костями, там совсем проникло, да, до кости как бы в него, и да, и выпотрошило все, как бы. И в общем, вот это ее выступление какое-то очень яркое, оно, ну, она как будто даже перестает быть меланхоличной. А что она говорила? Ну, она ей делает предложение работодателя, от которого сложно отказаться, как какое-то повышение в должности серьезное. Вот. И она, в общем, посылает его. То есть, ну, и она как, даже какую-то такую сентенцию произносит, что вот вы там вот только вас интересуют только деньги, что-то вы там будете, да, что вы выкачиваете, вы там ждете не в себя, ну и так далее. Ну, то есть такой пафос у нее появляется. Ну, понятно, что... То есть здесь немножко перебор мне показалось, у него немножко выпадение из стилистики, да, меланхолийной. Ну, в общем, понятно, что здесь вот эта социальная жизнь меланхолика, здесь такое очень простое, да, простое считывание. То есть она, по сути, отсутствует. А с другой стороны, вот исходя из того, о чем я уже сказала выше, то есть, по сути, мы можем и в кино, по идее, тоже, кино нам тоже дает такой материал для вывода. Такого мы можем интерпретировать так, что социальная жизнь слишком напротив, да? То есть она как этот магический объект, вот та форма социальной жизни, в которую мы по неволе включены, она требует от нас, по сути, слишком много, да? То есть как бы она слишком инкорпорирована, да? Вот. И в этом смысле сказать, что, ну, можно сказать, что меланхолик в каком-то смысле заполонен этой социальной жизнью, поскольку социальными предписаниями, да, поскольку он не может дистанцироваться, да, то есть он не может, то есть он не приходит на работу, работа приходит к нему и говорит, что все, ты не способен на то, чтобы работать. То есть парадокс, да, который, я не знаю, сколько он внятно читается из того, что я говорю, парадокс в том, что вот это разделение социального и психического в том, что как только это социальное измерение является для нас давлеющим, так сразу мы, ну, по сути, мы становимся психическими инвалидами. Да? Ну, и дальше продолжаю эту мысль, и парадоксальным образом эта социальная жизнь и становится невозможной для нас. Ну, поскольку она слишком много требует, да? Если слишком как бы, становится такой весомой. Ну, ведь еще получается, что он. Вот она становится слишком давлеющей и становится невозможной, и субъект ощущает себя пустотным не потому ли, что никакой другой жизни, кроме социальной, и нет. Ну, я об этом уже говорю. Да, просто что тут как бы, опять же, нам не хватает языка немножко. То есть наша задача сказать, что социальная жизнь, социальной жизни рознь. То есть пока мы говорим вот о том, ну, о каком-то таком вот этом социуме фантазматическом, большом и страшном, который вот от субъекта что-то требует. И в этом смысле, когда мы подчиняемся этим требованиям, то есть на самом деле здесь же не о каких-то злодеях, буржуях речь идет, которые вот буквально выкачивают, да, речь идет как бы о культурном, общекультурном требовании, как бы, да, необходимости быть вписанным, там, встроенным и так далее. Вот эта вся гонка, как бы, да, такая социальная. Да, и получается, этой социальной жизни-то и нет, как бы, да, то есть она вот исключительно в режиме долженствования или самопорицания. Субъект как бы воспроизводит вот это самопорицание уже на психическом уровне. То есть Батлер, по сути, об этом, весь ее текст, он об этом, да, почему психика власти. То, что, по сути, уже речь не идет, она там определяет времена, про которые она пишет, постосвобожденческие времена. В том смысле, что мы не можем взять и повесить ответственность за вот, угнетение, допустим, да, за вот это принуждение, подчинение, на какую-то другую социальную группу. Ну, то есть мы это делаем, конечно, регулярно, у нас есть претензии к власти там, и так далее, но задача этого текста показать, что субъект уже так устроен, что он сам воспроизводит, да, на структурном уровне, на своем психическом уровне, он воспроизводит вот эту всю логику принуждения и долженствования. Ну, в этом, по сути, открытие психоанализа.
вот Фрейда Лакановского толка. Хорошо, мы остановились на фильме. Так вот в конце, когда она понимает это все, ну в конце она единственная, кто ждет эту планету, как бы она не сопротивляется и не боится. Это вообще... Ну это плохой выход вообще-то, там хороших выходов нет, да. В смысле плохой выход, что это можно как распознать как самоубийство, допустим? Ну, конечно, нет. То есть тут как бы такое тотальное же самоубийство, ну вот в жести искусства, да? Ну, она же такое успокоенное. Кто она? Ну, Кирстен Данст. Ну, то есть у нее все совпало. Она умерла как бы еще до этого, да, то есть она подавлена меланхолией. То есть ее психическая жизнь заморожена уже как бы основательно. А здесь просто происходит еще внешнее подтверждение, да, то есть как бы Триер нам как художник просто здесь как бы вот два измерения сразу обнаруживает. Вот этот вот, это такое человеческое, как бы конкретный человек с конкретной судьбой, вот в этих обстоятельствах, с этой свадьбой, которая не задалась, и в принципе все не задалось, и там этот рулет, паштет или что там она ест, он там горечь ей отдает, там она не может, она уже есть не может. Она в ванну лечь не может, да, за такси себе вызвать не может. Ну, то есть у нее там полный паралич. В общем, как бы Триер здесь довольно ну, хорошо воссоздает хорошую форму алкоголика, уже как бы глубоко зашедшего вот, в своей структуре меланхолии. Да, и второе измерение получается такого прям космического масштаба, да, чтобы мало не показалось. Да, то есть планета меланхолия называется, да. И, в общем, все, что тут светит нам, да, это как бы тотальное вот такое уничтожение. Ну хорошо, какие-то еще интерпретации, может, глобального толка, то есть зачем Триер снял, какой там вот, да, культурный феномен он там, что, на что он нам хочет указать, собственно, да. Он же все время какие-то такие штуки делает проблемные, да, вот такую диагностику времени производит. Интересно, где-то рядом? Мне кажется, что на самом деле у него самого есть такие проблемы, что на самом деле он тоже так изменял. Это такая психологизация, да? Если это он сам виноват. Но также не, ну, психоанализ на самом деле, даже если это так, да, то это же точно так же с героиней, да, то есть она там болеет меланхолией, но планета-то все равно движется. Так, то есть одно другому мешает. То есть он же, может быть, Триер и меланхолик, но все равно не случайно, да, не просто чтобы свою биографию воспроизвести, снимать. То есть это такое прочтение, но оно может быть, конечно, но мы себе не можем позволить удовлетвориться им. Может просто показать еще одну, как бы, ипостась человеческого бытия, которую никто не показывал. Ну, вот именно четвертую. Вы думаете, он экранизирует Фрейда? Почему бы нет? Ну, может быть, да. Мне кажется, что может это как-то немножко Смертья. Такое слово легализация собственных таких переживаний, в смысле, что вот в этом фильме как раз показаны те способы боли, которые неприемлемы в обществе. То, как она себя на свадьбе ведет, там все в шоке просто. Ну, например, ну, у меня не было осуждения к ней. Это как бы как про право на такое чувство. У меня тоже было ощущение, что на самом деле ты смотришь со стороны, да, ты начинаешь понимать вот такого человека в таком состоянии, да, то есть такая немножко легализация этого состояния, чтобы, в общем-то, общество узнало Потому что, в общем-то, есть порицание. Вот и в депрессии, и в меланхолии есть порицание, что ты не можешь на работу ходить, так нет, не существует депрессии, просто работай. Ну да. А можно еще вот вопросы по поводу обесценивания субъекта? Там муж как раз вот такой фигурой, муж сестры выступает, да, который как раз обесценивает и не понимает, да. То есть она такой, она вечная проблема. То есть это сестра жены, она как бы вот такая. То есть это... Просто проблема, да, в его таком размеренном, рациональном мире. Да, он же там наукой занимается, все там расчеты у него, там, деньги, дом большой, все сплачено. То есть как бы невозможность вот, как бы, других людей, которые этим там не страдают, понять, что нельзя с этим как бы побороться силой воли, да? То есть, мне кажется, почему там иди
подыши воздухом, и все пройдет. Ну да, то есть мир предъявляет этот феномен нам уже в таком варианте, что с ним уже невозможно не считаться, как бы, да, и отсюда вот этот вот космический масштаб, как бы, да, вот не, ну, же автор креативный мог бы придумать что угодно, да, и в рамках отдельной биографии мог бы ей бы обойтись, там, да, вот этой героине, да, но нет, нужно вот эта планета, чтобы она стерла нафиг вообще всю Землю, да. То есть это серьезная заявка на то, что, ну, на то, чтобы обратить внимание на что-то, да. Ну, не знаю, на какое-то забвение, на забвение меланхолии. Ну, в нашем контексте мы, в общем, прочитываем так. Ну, меланхолия название, планета меланхолия, героиня болеет меланхолией. Мне кажется, это уже тотальная проблема, то, что там так ее видит или не так ее видит. В итоге же все сдаются. Независимо от того, как они относятся к диагнозу, там, к сюжету со свадьбой, к сюжету с мужем. Все уже сдались, все уже там сложили, приборы не работают, все разбежались кто куда. И единственная зацепка, которая есть у Кирстен, это этот ребенок, потому что какой-то еще там сегмент ответственности в ее структуре как-то на ребенка замыкается, только его она хочет. Но поддержать, потому что сама она в балансе с этой вот огромной планетой, с этим тотальным, вообще с апокалипсисом, конечно. Это уже конец всех вообще притязаний. Ну, то есть она этого ребенка как будто адаптирует к этой ситуации, да? Да, как бы чуть-чуть, да, вот, да. Вот. Но ситуация никуда от этого да, не конечно, уходит. Да, конечно, конечно. В данном случае это больше, чем диагноз, это меланхолия. Ну да, так вот я об этом и спрашиваю, да, что конечно, какой-то конечно. Симптом для культуры, да, что, ну, это культурный, ну, симптом современной культуры, по сути, да, какой-то диагноз, который выставляет культуру. Ну, то есть, ну, я там могу как-то сформулировать, может быть, какие-то. Третья мировая, да? Больше. Вот глобализируйте вот на максимум языка. Это сейчас очень популярна тема того, как мы все должны быть успешны и как мы должны быть активны. То есть это уже скорее даже не столько популярность, сколько уже исчерпанность этого ресурса. Он так долго уже муссируется и как бы, да, что есть. И я уже вижу, что люди в Фейсбуке начинают постить такие записи, типа, вы все тут сходите с ума по успеху, а я хочу отдохнуть. Вот я начинаю замечать, что уже как-то просыпается какая-то критичность. Она всегда есть, просто в другой весовой категории. Возрастной? Нет, возрастной тут ничего. Да не все же умные родились. Нет. Критичность. Действие, противодействие, это же все училось. Просто это где-то на периферии там сознания. Да, мы же говорим о том, что да, если на сознательном уровне не представлено, то обязательно представлено на уровне бессознательном. Да, структурно как бы это так всегда. Да, и, видимо, какой-то есть перебор, как какая-то заполоненность. Ну, кстати, у Лакана есть этот сюжет где-то в том кусочке, что я вам все время рекомендовала, о сублимации, да, в семинаре «Этика психоанализа». Там же он как раз вот этот катастрофизм упоминает, и как раз в контексте отношения с объектом. Да, вот это как бы это забвение сложности объектных отношений, да, как бы игнорирование, приводит к тому, что эти объектные отношения проявляются, ну, дают о себе знать как бы как будто сами по себе, то есть они заявляют, да, а ведь это как бы это и есть бессознательный механизм, да. То есть когда человек раз за разом сталкивается на уровне отдельной биографии, сталкивается с одной и той же проблемной ситуацией. Ну, выбирает одних и тех же любовников, например, которые там носят страдания. Ну, как бы такой классический сюжет, да, или ну, какое-то проигрывание, да, это всегда эффект неузнавания, да, именно потому что мы не узнаем это в собственной структуре субъективности, да, мы как бы с этим сталкиваемся снаружи, как бы, да, потому что от того, что мы этого не видим, это не значит, что это не существует, да. Структура работает, бессознательное работает, да, оно живо. Так и здесь.
чем ты говорила. Да, вот это забвение объектных, проблемы с объектными отношениями предъявляется вполне ощутимой угрозой конца жизни там, с помощью ядерной катастрофы. Да, пока он напрямую обращается к... тогда же уже вот эта гонка вооружений вся в разгаре была, да, и перед угрозой ядерной катастрофы мы, в принципе, уже привыкли к ней, да, то есть мы уже особо не обращаем внимания, да, но эта возможность по-прежнему есть. То есть технически она осуществима. И зная шаткость человеческой психики, то есть мы можем, по идее, предположить, что какое-то стечение обстоятельств может сыграть, да, что мы себя уничтожим, да. И, по сути, в этом смысле, Триер просто считывает то, что, в чем мы живем. Он предъявляет нам просто в таком кинематографическом варианте вполне очевидные вещи, с которыми мы свыклись, по сути. Да? То есть он делает их эксплицитно, да, делает их видимыми. Хорошо, еще какие-то интерпретации? Там все заканчивается плохо. То есть так и должно было быть, в общем, так предусмотрено автором. То есть поменять структуру личности меланхолика невозможно? Я в этом тексте ставила себе такую задачу, но не структуру личности конкретной, а дискурсивные возможности. Да? То есть речь идет о нехватке дискурсивных ресурсов. То есть то, о чем мы говорим, то есть бессознательно структурировано как язык, но это не значит, что этот язык таким простым и легким способом как-то сам по себе дает о себе знать. Да? То есть речь о том, что для того, чтобы нам сделать этот объект видимым, да, эту работу печали осуществить, что нам же нужно как-то сказать, обозначить, да, артикулировать, по сути, да. То есть то, чем занимается, собственно, психоанализ, да, это такое выуживание языка, выуживание какой-то иной речи, да, речи о чем-то ином, скорее, да, о том, что не представлено было речи до сих пор. Вот. Поэтому освобожденческий момент или эти тактики или практики эмансипации, о которых говорит Джудит Баффер в поствосвобожденческие времена, когда понятно, что непонятно, против кого бороться, кого не подави, против кого не восстань, все равно на структурном уровне мы становимся подчиненными. Мы работаем на экономику, по сути, да? То есть экономический механизм сам по себе безлично работает, и мы вынуждены вписываться в него. Да, какие-то иные дискурсивные ресурсы должны быть обнаружены, чтобы проделать эту работу скорби. Да? То есть сделать объект видимым, проблемным, да, и каким-то образом отнестись к нему, по меньшей мере. Мне как раз видится, что, понятно, что Джудит Баффер ищет такие возможности дискурсивные. И Триер тоже, по сути, хотя бы тем, это все-таки художественный жест, да, это не планету он запустил в прямом смысле слова, меланхолию, да, это какой-то нарратив, да, он об этом сказал, он создал историю, да, это уже работа печали. То есть это если не внутри фильма мы не обнаруживаем эту работу скорби или печали, то сам фильм можно интерпретировать как работу печали как раз, да. Да, Джудит Баттлер тоже нас переводит стрелки на субъекта, да, и в самом субъекте мы обнаруживаем механизмы принуждения, а не в ком-то внешнем, да, во внешних каких-то проявлениях таких конкретных. То есть, по сути, тоже мы можем все эти революции, да, социальные потрясения, катаклизмы рассматривать как, по сути, как забвение печали, да, определенную работу неузнавания здесь есть, да, то есть мы не узнаем сам механизм, поэтому проще всего найти ответственного, да, за несправедливое устройство. На самом деле я не снимаю того, что кто-то обездоленный, а кто-то, в общем,
пользуется этим, да, это несправедливо, это моветон тоже не замечать, но если мы вот включаем психоаналитическую оптику, то сами, чтобы в это же нужно включаться, когда мы включаемся там, в какой-то социальный конфликт, как субъекты отдельно взятые, смертные, мы же включаем собственный индивидуальный ресурс, да, и тратим свою жизнь, что называется, на это, да, и в результате мы уничтожаем какого-то другого, да, субъекта, да, как нам кажется, что он в лучшем положении, да, поэтому он должен быть уничтожен. Но структурно ничего не меняется. Ну, то есть классы меняются просто местами, возникает новое неравенство. Да. Так же, когда мы говорим о глобализации, мы с одной стороны провозглашаем, что мир без границ это здорово, как бы, да, появляются новые бедные. Там, те, кто, есть те, кто там, из Парижа в Лондон улетает на работу, а те, кто никогда никуда не полетит, как бы, да, или утонет там возле там, итальянских берегов, там, пытаясь добраться по воде. Да, был какой-то здесь реплика. Нет, просто вы сказали, что это забвение меланхолии, когда хочется кого-то найти виноватого. Но, ну, я еще сразу вспомнила про то, что это может быть как реакт самоуничтожения. Это забвение объектных статуса объекта, да? Ну, точнее, чуть-чуть. И убить себя тоже. Угу. Как бы, и начинать войну, это тоже как бы по отношению к себе. А ну, агрессия, да, она же всегда, то есть в жесте самоубийцы принято как бы читать и неудавшийся акт убийства другого, да, точно так же, как и обратно. Да. Все равно здесь объектность вот это присутствует. То есть кого-то реально существующего, живого нужно уничтожить. Ну, как бы, да. Хорошо, тогда мы приступаем. Перерыв не будем делать. Сделаем или не сделаем? Нет? Ну ладно, потом мы уже там сложнее надо собраться. Тогда нам нужно наметить какую-то перспективу обещанную, да? Иную перспективу в трактовке социальной жизни и каким образом это общество может быть, ну, эта социальная жизнь может быть возвращена субъекту. А с этим понятно или все-таки вам нужно что-то уточнить, насколько вот понятен этот механизм исчезновения социальной жизни, когда она становится, ну, такой вот, ну, экспансивной, что ли, да, поглощающей субъекта. Понятен этот? Поглощающий и в то же время бессмысленный. Ну, да, то есть есть какая-то вот здесь навязчивость, что ли, да, навязчивость в поиске вот этого приемлемого общества. Да, или вот общество здесь как магический объект, как что-то сверхценное. И обратная сторона медали – это усталость от этого. Да? Но с другой стороны, мы можем диагностировать, ну, тут, конечно, широкими мазками рисуем это, значит, хорошо, можно диагностировать вот эту усталость и аполитичность, да, которую тоже многие теоретики, которые говорят. По сути, никто там уже не включается в эти выборы, там, какое-то там обсуждение. Там, да, того, как нам дальше жить, это тоже как бы обратный эффект. Да? То есть, как бы, эффект разочарования в возможности хорошего социального устройства. Ну, в общем, благая весть состоит в том, что хорошего общества не бывает. Хорошего тут в довольно определенном смысле. Ну, это я уже к Лаклау обращаюсь. Ну, мы уже, наверное, договорим, решили не делать вперед. Ну, мы можем его чуточку позже сделать еще один. Вот Галин, как скажете? Я сказала, что все в вашей власти, поэтому... Хорошо. Да, общество – плохой объект. То есть мы как бы говорили как раз об обществе как хорошем объекте, да, как таком магическом объекте, и это оборачивается, ну, не очень хорошо для субъекта. А общество плохо, но не в смысле того, что оно все время нас не устраивает, как бы довольно очевидно. А плохо оно, плохим является в смысле формы.
Ну, то есть вот все наши представления о приемлемом обществе, я уже говорила, они разворачиваются в воображаемом режиме. То есть мы все равно представляем некое вот такое устройство, когда всем будет хорошо. Ну, или приемлемо хотя бы как-то, да, с тем, чтобы можно было нормально существовать там среди других людей. Безусловно, я против этого желания никак не спорю, оно вполне законно и понятно. Но теория, она на то и теория, что она обнаруживает какие-то проблемы там, где мы, вот так, глядя наивным взглядом, мы как будто бы их не видим. Но по меньшей мере, как бы даже наивный взгляд, я уже говорила о том, что может обнаружить вот эту регулярную несостыковку чаяний, да, по отношению к общественному устройству, и того, что мы имеем, как бы, да, и уже на каком-то этапе, уже прочитав какое-то количество книжек, можно задуматься о том, что ну, что-то здесь не то, как бы, да. Какой смысл поддерживать этот фантазм? Да, так вот Лакао говорит о том, что вот это фигуративное мышление, как раз, да, представление о приемлемом социальном устройстве, в общем-то, все и портит, да, то есть оно не работает, да, то есть от него нужно отказаться. То есть Лакао осуществляет попытку мыслить общественное устройство вне фантазма, да, или перейдя через фантазм, как бы, да, пользуясь иной логикой. То есть общество начинается, или социальное измерение начинается на границе, на которой оно заканчивается. Ну, то есть вот до тех пор, пока мы можем говорить об обществе, да, то есть что-то представлять на его счет, мы еще не открываем социальное измерение. То есть мы находимся как раз в логике фантазма. А социальное начинается именно тогда, когда у нас не хватает дискурсивных ресурсов, да, у нас не хватает языка, чтобы что-то вменяемое сказать о социальном устройстве. И вот тогда мы сталкиваемся вот непосредственно с этим социальным. Там просто социальное здесь трактуется ну, вполне специфически у Лаклау, и здесь есть вполне такие прямые переклички с Лаканом. То есть, в общем-то, Лаклау и не отрицал, что он, в общем-то, прокачан Лаканом. Хотя Дрюстрин кое-где говорил о том, что просто ну, конгениальные построения их теоретические, то есть они просто так получилось, что они похожи. Да? Но как бы прямого заимствования он, в общем, не претендовал на прямое заимствование, не собирался использовать Лакана. Да, так вот социальное – это политическое. Вот такой еще есть лозунг у Лаклау. Да? Мы как раз вот к политическому подобрались, к названию курса. Сегодня впервые. То есть он различает социальное и политическое в том смысле, что то есть социальное только и возможно в политическом режиме. Ну, то есть, опять же, здесь словами мы пользуемся одними и теми же, что и традиционные науки об обществе, там, политология, социология, да, но акценты тут смещаются. Социальное у Лаклау это уже закостеневшая форма какая-то, да, то есть вот какой-то политически радикальный жест произведен, есть какой-то установленный порядок, да, это как бы омертвевшая такая форма. А, собственно, то общество, которое вот он пытается культивировать, или ту оптику, которая позволяет рассмотреть вот именно такое социальное, такую социальную жизнь увидеть, оно возможно только в результате вот этой радикальной политической деятельности. Радикальность ее заключается в том, что мы что-то провозглашаем, да, что-то, какую-то дискурсивную практику обнаруживаем, которая ну, как-то иначе презентирует там, общественное. То есть, по сути, сама теория, конечно, она такая, она глубоко языковая, что называется. Да? То есть общество – это разговор об обществе. Проще говоря, да, вот пока мы говорим, но это не только Лаклау идея, там у Лумана она та же, в общем-то, история, то есть общество это, да, это дискурс об обществе. По крайней мере, это полезно с точки зрения того, чтобы перестать представлять общество как какую-то цельность, внутри которой мы делим ее вот на слои, классы. Ну, согласитесь, что образование наше социологическое таким образом работает, что мы все время визуализируем социальное так. И даже как бы, вот я, допустим, знаю эту теорию, являюсь ее там, адептом,
все равно так или иначе вот эту картину регулярно создаю, да, поскольку я тоже продукт своего времени, своей культуры, как бы, да, и социолог к тому же, да. Вот, здесь нужно как-то перенастроиться. Для этого, конечно, нужно хорошо почитать Лаклау, в общем, да, и как-то вот вас, здесь нужно как раз вот это интеллектуальное усилие производить все время, чтобы не скатываться в фантазм. Да, так вот, безусловно, да, в случае с Лаклау мы говорим о том, что социальное, именно как политическое, дискурсивным образом устроено, да? То есть кроме языка никакой внеязыковой реальности в общественной жизни мы обнаружить не можем. Все, что не говорится, то не, ну, того нет, как бы, да. Вот. И как бы дальше еще раз повторю, акцентирую на этом тезисе, что, собственно, встреча с социальным у нас возможна тогда, когда мы обнаруживаем нехватку этих дискурсивных ресурсов. Мы что-то говорили, мы все еще в рамках фантазма существовали. Мы обнаруживаем нехватку ресурсов, ну, дискурсивных ресурсов, или, по идее, как бы, и это и есть конфликт, как бы, определенный, да. То есть мы не можем, нас что-то глобально не устраивает, но мы не можем предъявить это таким образом, чтобы поменять положение вещей. Да, и в этом смысле мы сталкиваемся не одни социальные группы с другими, да, не одни частности или партикулярности с другими, а всякая частность, всякие социальные группы, всякий субъект отдельно взятый сталкивается с определенной вот этой структурной невозможностью, с вот этим изломом социальным. Да, здесь мы как бы тоже можем, конечно, воображение напрячь и как-то представить, да, ну как бы это представление будет другим, да, но какое-то, какую-то несоизмеримость должно включать, да. Есть какой-то конститутивный раскол в социальной жизни, какая-то нехватка ресурсов, чтобы его, дискурсивных ресурсов, чтобы его понять и представить, как бы, да, вот репрезентировать. И это есть самое основное, да, это вот и есть основная характеристика социальной жизни. Да, здесь, как бы, здесь, получается, нет места вот этому фантазматическому измерению, да, нет места проекту хорошего общества, нет места утопии, поскольку всякая утопия, она нивелирует этот раскол. Раскол конститутивный, его невозможно покрыть. Но единственное, что там есть теория субъекта еще у Лаклау, и субъект — это пространство надписи. Да, и вот, как бы, через субъекта проступает... С одной стороны, он пишет свою индивидуальную историю, но через эту индивидуальную историю проступает и вот этот раскол конститутивный. Да? То есть субъект как будто покрывает, да, там есть понятие мифологии, да, вот как бы миф, то есть миф, вот миф, например, нашей биографии, миф судьбы, по сути, это то, что репрезентирует раскол и одновременно скрывает его. Ну, вот эту несоизмеримость какую-то, да, какую-то тотальный излом. Тотальный излом, да, в общественном устройстве, который мы не можем игнорировать. И вот если мы становимся на такие позиции, что мы не можем игнорировать этой несоизмеримости, то как бы здесь открываются другие перспективы, да, осмысления социальной жизни. И здесь происходит, возвращаясь к нашей теме, к теме меланхолии, происходит... Работа расставания с вот этим магическим объектом, хорошим обществом, да, или утопией. Да, то есть, потому что это новые дискурсивные ресурсы все-таки, ну, по сравнению, да, с утопиями всевозможными. Здесь мы обнаруживаем другой язык. Да, и если мы обнаруживаем язык, и он касается, да, расставания, да, оплакивания, ну, соответственно, оплакивания, да, просто чтобы термины те же использовать, то это хорошо. Ну, как-то так. Вопросы по этому кусочку? У меня есть один пример по поводу потери фантазмов. Это может быть странновато, вы скажите, если он как бы вообще из той истории. Вот кто-нибудь ходил на японское кино сейчас? Я ходила два раза. А вчера не смотрели фильм?
Вчера про убийцу, который как бы не убийца. А, вчера я заходила. Я, к сожалению, в последнюю секунду не могу сказать название режиссера. Я пришла, если кому-то интересно. Там пришельцы, они в виде обычных людей. Они пришельцы. Пока вы здесь? Нет? Да. И их, как бы, их задача состоит в том, чтобы изъять у людей представление. То есть, по идее, они как бы изучают людей, изымают интеллект, но не просто интеллект не у всех подряд, а представление. Какие представления они изымают? Из головы, из сознания, из бессознания. Это же все-таки фильм, там немножко это утрировано. Они чуть-чуть пластика другая, а так вот как бы человек, руки на голова. Значит, семья, собственность, свобода. У разных людей, значит, там разные сюжеты, тут так они, тут работа, тут больные, тут там девочка от родителей уходит. В разных ситуациях оказываются герои, и вот у них изымают. Значит, семья, собственность, работа, свобода. Что же там еще есть? А, есть еще лишний и опасность. Вот как бы другой, который представляет опасность. И в конце изымается любовь, но там уже девушка, она вообще такая становится, как лист бумаги. То есть надо читать так, что как бы, это питает все остальное, и такая базовая вещь. И человек, ну, как бы перестает быть самим собой. И там много сюжетов. То есть там и реальные пришельцы, там журналист, конечно, всегда попадает не в то время, не в то место. А каждому из них нужен проводник, потому что это не так просто изъять из представления человека некое там вот, ну, базовое такое звено, которое важно для изучения человека как вида. И вот этот журналист, который был одним из проводников, там кто-то ведет себя более агрессивно, кто-то менее. В какой-то криминальной истории все это еще завернуто. Журналист говорит, ну ты как бы не горячись, я все-таки еще на стороне человечества. А пришельцы вот-вот должны прийти вот во всем, так сказать, объеме, пока они еще изучают, но они вот-вот придут. И в какой-то момент этот журналист становится на сторону пришельцев. И у меня сегодня целый день там мысли, а что должно было произойти с человечеством, почему он вдруг стал на стороне пришельцев. А там есть еще такая довольно агрессивная среда, то есть когда люди выясняют, что много психических заболеваний, что какие-то отклонения, там сразу показываются, конечно, эти военные машины в городе, переполненные клиники, какие-то санкционированные, несанкционированные и так далее, там, собрания людей. То есть реально что-то вот такое социальное заворачивается уже как результат того, что общество опознает вот эти объекты непонятные, субъект, ну, как, людей. Непонятно, что делающие. Уже у которых изъяли что-то? Да. То есть, видимо, их много. Но вот, сколько я сказала, представление изъято, то есть в фильме не может быть много этих сюжетов бесконечно, может, а вот их там меньше десятка. До какой степени это все должно дойти, чтобы реально мыслящий человек стал на сторону пришельца, завоевателя, а те говорят, что да, мы завоюем вашу планету, и человечество это как бы ни о чем. Представляете? И что, и какая мысль у вас по этому поводу? Если это рассмотреть вот в аналитической оптике, люди, не имеющие этих горизонтов, ну, не люди, субъекты, а субъекты, не видящие взаимодействия с другим, как бы не для себя, не для другого. Но ну, это да, точно меланхолия, только в другом, как бы, в другом исполнении, да, в другой вот... нарратив. То есть вы сам этот самохудожественное решение интерпретируете как тоже попытку этот меланхолийный след обнаружить? Ну, во-первых, оно явно концептуальное. То есть это не просто сюжеты, там все поплачут и там друг друга постреляют. Не, ну японцы просто так тоже делают. Да, конечно. Потом оно еще сделано такое в стилистике 80-х.
Ну вот пришельцы, там угроза, ну вот такое что-то, холодная война. Сделано сейчас, это новый фильм. Ну да, тут получается здесь тоже отним, да, автор как бы отнимает, да, своим замыслом, да. Отнимает что-то, к чему мы слишком привязаны. Как бы, это так, очень можно... структурное, да, очень влияющее на заполняющую оболочку этого субъекта. Что? Ну да, вполне. Хорошо. Да, вполне как бы тоже. Ну, в духе Триера получается, да? В духе Триера, да. Дискредитировано все абсолютно. Любовь кое-как там уцелела на задворках. Это может точно не отрицать, да. Другое дело, что мы не знаем, что это. Нет, мы не знаем. И там нет такого голливудского хиппи-энда, там все очень мрачно. Ну да, но когда мы говорим вот о теории, например, возвращаясь к теории, да, которая как бы пытается какую-то задать другую оптику по ту сторону фантазма, конечно, речь не идет о том, что вот это фантазматическое измерение нужно изъять, как бы, да. То есть, ну, нет, конечно. Да, оно, во-первых, не изымается, во-вторых, ну, то есть оно тоже конститутивно, там, да, стадию зеркала вообще никто не отменял, то есть, ну, как-то так. То есть речь, конечно, не идет на посягательство, на такие структурные вещи, просто ну, появляется какая-то дополнительная возможность мыслить, ну, вот тоже где-то, может быть, коррелирует с сюжетом фильма. Я бы сценарий сказала. Нет, все понятно. Мыслить с учетом вот этой, ну, вот этой структурной невозможности, да. С учетом того, что благо, никакое благо, ну вот даже вот, вот такие фундаментальные блага, как бы, да, семья, собственность, свобода, там, и так далее, работа, не заполняют в полной мере субъекта. Да? Ну это очень простая мысль на самом деле, да, то есть как бы для лакановского психоанализа важно оставлять представление о субъекте как о какой-то организации вокруг пустоты. Да? Вот эта пустотность в сердцевине субъекта, на которой наслаиваются. Ну, все вот эти вещи, на которые мы себя ну, как бы мы длим свою субъективность, продолжаем себя как бы вовне, в работе собственности и так далее. Да? То есть так работает желание таким образом, ну, может быть, громко сказано, может быть, не в психоаналитическом смысле желания. Но здесь, ну, здесь есть сложность, да, вот как бы все вот эти авторы нам интересны, и кинематографисты, и вот эти теоретики, в том, они продуктивны и интересны в том смысле, что они проблематизируют, да, проблематизируют, не дают возможности отождествиться в полной мере, да, субъекту ни с чем, по сути. Да, никто не говорит об отмене вот этих ценностей, да, но речь о том, чтобы понимать, что никакие из них в полной мере никогда субъекта не заполнят и не перекроют и не удовлетворят. И когда мы исходим из вот из этой какой-то несоизмеримости и пустотности субъекта, в чем его трагизм, конечно, состоит, то речь тоже не идет о том, что мы прекращаем гнаться за благами, но мы, ну, какое-то отношение у нас иное, да, к благам. Да, то есть ну, более спокойное, может быть, да, желание жить, по сути, да, желание, оно как бы где-то в зазоре, да, в понимании того, что есть зазор между субъектом и тем, кем он желает стать, да, кем он хочет себя репрезентировать вот в этой социальной жизни. Ну, вот, да, так, в этом, мне кажется, про продуктивность. Лаклау. И ну, еще один момент здесь есть, здесь же, они же говорят Лаклау Муф, они в паре работают, работали, и Лаклау уже умер. Лаклау в большей степени теоретик, но Муф ангажированный больше публичностью, ангажированная женщина, персонаж. То есть социального активизма там больше. Да, и речь идет о социальном антагонизме, да, то есть они ставят. Кроме, впрочем, других понятий, далеко не я все говорила сегодня,
они говорят о социальном антагонизме тоже как условии возможности вот этого самого общества. Да, то есть здесь тоже есть такой небольшой парадокс, что чем меньше мы хотим, чем больше мы хотим избежать антагонистических отношений, да, чем больше мы утверждаем справедливый социальный порядок, тем с большим применением насилия он, в общем-то, и становится, а точнее не становится, да, возможным. Здесь антагонизм ставится как вот изначальная точка, да, то есть с этим антагонизмом нужно что-то делать. Изначальное условие возможности общества, как бы как это ни парадоксально, это антагонизм. Вот. Ну и как бы там тоже начинаются всякие сложные истории. Например, я просто уже в разных аудиториях много раз рассказывала вот этот сюжет, и не уверена, что здесь не рассказывала. История соотношения, например, между партикулярным и универсальным. И универсальностью как таковой, и способом презентировать универсальные. Да, и здесь есть еще одна дополнительная теоретическая сложность в том, что, с одной стороны, как бы об универсальном мы все равно говорим, исходя из какой-то конкретной точки, частичной, да, партикулярной, с конкретной биографией, с конкретной конфигурацией, если это о социальной группе даже речь идет, там, да, а не о субъекте отдельно взятом, все равно претендуя на то, что мы понимаем что-то об общем, да, социальном пространстве, да, об этом универсальном, мы презентируем все равно свое партикулярное видение вот этого универсального. Да? И борьба не между отдельными партикулярностями, не между отдельными субъектами, также и социальными группами, а борьба происходит по линии как бы, притязания на то, чтобы презентировать дискурсивно. Да? Здесь мы все время вот остаемся в режиме речи, да, в режиме говорения. Презентировать общий порядок. Ну, то, что Лаклау, и здесь он точно заимствует у Лакана, понятие точки пристежки. Да? То есть как бы пристегивается, ну, как в диване, да, эти вот, как они называются, эти гвоздь, ну, обивочный гвоздь, да, вот он пристегивает, как бы вот мы захватываем тканью предмет мебели и пристегиваем. Да? Вот эта пристежка, она задает конфигурацию всему остальному. Да? Ну, то есть как какое-то исходное какая-то. Дискурсивное образование дает возможность говорить обо всем остальном поле. И мы должны помнить, что общество у нас не цельное, да, вот это то, что, о чем я говорила чуть выше, оно не конечное, да, в этом смысле. Да, то есть его нельзя еще обозревать, вот, поскольку мы вышли за рамки фантазма, мы обозревать общество вот, с высоты птичьего полета, как мы привыкли делать это в социологии классической, да, мы не можем. Ну, у нас не, ну, как бы мы, если мы это делаем, то мы уже как бы вот, фантазмы. Да? То есть общество имеет дело с бесконечностью. Социальный порядок, по сути, бесконечен. Как бы, да? И вот пристегивание такой искусственный жест, да, притязание какой-то отдельной партикулярности на статус универсального. Но как бы, мы, вот, будучи искушенными субъектами, понимаем, что универсальное положение вещей никому не доступно для обозрения. Да, никто не знает, как все устроено на самом деле, да, проще говоря. Но при этом всякий пытается все-таки, всякий претендующий на объяснение хоть чего-то, вынужденным образом занимает вот эту позицию универсалистскую. Как бы, да. Но здесь на самом деле больше вопросов возникает, чем каких-то уже прописанных структурных таких вещей. Да, и поскольку вот нельзя, это вот, вот этот вот... Какой-то статус-кво, конечный вариант, который устроил бы всех, вот, как бы могли соотнестись, да, вот отдельные партикулярности и универсальный порядок в целом, ну, то есть, вот, конечного решения нет. Да, и отсюда вот эта бесконечная антагонистическая борьба, дискурсивная, конечно, мы за мир, никто никого не бьет, но... она как бы, ну, она воспроизводится, да? То есть конфликт не утрачивается, да? Мы как бы не покрываем его представлениями, да, о хорошем социальном устройстве, а мы его как раз делаем видимым. Ну, отсюда еще вот проект «Радикальная демократия» называют, теоретическое предложение вот этого Лаклау и Мув. Да, радикальность в том, что антагонизм неустраним, да? Единственное, что мы можем делать, это мы можем все время его
переоговаривать, да, передоговариваться. Хотя тут тоже возникает масса вопросов, с какого момента нам может начать не хватать дискурсивных ресурсов, и мы не начнем применять насилие. Да? То есть этот объект опять не возвратится вот в своем таком первозданном виде. Вот, соответственно, как бы мы можем уйти, попытаться уйти вот с помощью всех озвученных теоретических средств от общества как магического объекта и провозгласить вот такой антагонистический объект. Да, ну и еще да, называют такую логику неантропоморфной, да, то есть мы как бы не набрасываем на социальную жизнь, не придаем ей характеристик человека. Да? Ну, то есть социальная жизнь — это порядок, да? Это какое-то устройство там, сложное, более простое. Ну, в случае с Лаклау, да, скорее сложное. А не... Ну, то есть, в социальной жизни мы чаще имеем дело не с людьми как таковыми, да, а вот с этим безличным порядком. И с типами дискурса. В каком-то смысле мы здесь избавляемся от представления об обществе как объекте в принципе, да, то есть как бы оно мыслится радикально неэссенциалистски, да, то есть нет какой-то сущности общественной, нет, хотя мы говорим о социальной онтологии, но это очень условно. Онтология, да, есть какая-то борьба сил дискурсивных. Ну и вот, да, и окончание иллюзии, вот с этим проектом можно говорить об окончании иллюзии прямого доступа к обществу, да, то есть есть все время... Мы все время вот в этих антагонистических отношениях, и, ну, как бы, а предмет антагонизма, он как бы, его нет, по сути, да? То есть он ускользает. То есть за что боремся, как бы, вопрос уже как бы не ставится. Да? Просто боремся потому, что мы репрезентируем собой разные типы дискурсов, да, вот как нет... Вот нет общего языка, например, да, то есть мы можем говорить о более или менее какой-то состыковке, да, и возможности понять там, да, между разными там, социальными группами, да, в разных социальных группах есть то, что называется серия эквиваленции у Лаклау, то есть мы можем всегда вести речь о более или менее там, да, каких-то общих понятиях, да, о общем понимании, более или менее состыковка, да, то есть в каком-то дискурсе мы где-то совпадаем, условно совпадаем, а только мы выходим на обсуждение другой проблемы, мы должны ожидать, что мы можем разойти. Да? Ну, то есть как бы антагонизм, даже не антагонизм один пронизывает социальное устройство, а антагонизмы. Как бы, да? То есть это, если можно говорить о какой-то среде, общественная среда, это вот среда антагонизма. И виной тому язык. Да? Хорошо, вопросы, суждения по всему сказанному. Ну, я так понимаю, что здесь тоже нет понятия блага для общества, да? То есть получается, когда нет никакого вектора, да? Куда оно могло бы стремиться, это общество. То есть получается, мы можем только что-то его описывать, его текущее состояние. Ну, какие-то проблемные точки, скажем так, они вот образуются сами собой, они возникают все равно, в силу хотя бы того, что, ну вот, как-то так очень приблизительно я это обозначила, как отсутствие общего языка. Да, то есть, ну вот, у Лакана же, я не знаю, насколько это было проговорено в рамках этого курса, насколько это общее место. Мы не говорим, да, в случае там, с
с лакановским психоанализом, мы не говорим о словарном определении слов, да? Потому что у нас вообще не слова, а означающие. Означающие всегда отсылают к сетке других означающих. И эта сетка у нас, сетка тоже бесконечна, если как общество Лаклау представляет, да? То есть мы не можем границ нащупать. Мы, как только мы нащупали границу дискурсивную, да, нам нужно ее переописать. Да? Так тут, так и здесь, как бы, вот, нет идентичных означающих, да, в полной мере, да, конвенциональных, да, чтобы мы вот раз и навсегда поняли друг друга, ну, всегда речь идет так, плюс-минус. То есть, если внимание, как бы, в общем, мы смотрим на общество, тогда текущего состояния, мы видим эти проблемные точки, мы их как бы вскрываем, да, то есть пытаемся, в общем-то, понять, ну, если по аналогии с, там, с субъектом, да, то есть там у него бессознательно, а здесь, ну, тоже коллективное, я не знаю, бессознательное. Но здесь есть какая-то несостыковка, есть что-то, что не удовлетворяет нас там, да, как мы с этим потом работаем, когда мы вот это вскрываем, то есть, ну, если мы это понимаем. Мы вообще с этим работаем, то есть если мы говорим как с субъектом, ну как бы с человеком, да, то мы говорим о том, что мы всего лишь как бы пытаемся, ну, установить, разложить, провести аналитику, что же там такое. Угу. То вот как бы с обществом, ради чего мы это делаем тогда все? Ну, есть какая-то надобность переописать наличное положение вещей, потому что что-то проблемное, да, то есть если мы говорим, что проблема, ну, конститутивен антагонизм, то есть нас в любом случае что-то не устраивает. Только в случае с утопией мы предлагаем проект, в котором бы, ну, нас это все снялось бы, устроил, и какой-то общий порядок образовался бы, при котором не было бы этого вот дестроя, как бы. То в случае с таким антагонистическим проектом мы можем лишь какие-то часто, то есть оговаривать какие-то вот эти точки несостыковки, да, проговаривать не в режиме, ну, не в режиме снятия, что ли, да. То есть всегда это вот переосмысление носит всегда временный характер. И здесь вы здесь договорились, это вот и есть серия эквиваленции, как я их понимаю, у Лаклау, а в другом месте вы же, ну, как бы, у вас же не одна проблема в жизни, да, а в другом месте, или как бы это не ваша проблема, а вам ее предъявили, да, вы столкнулись просто с ней, да. Уже работают другие дискурсивные ресурсы, но то, что вы договорились в этом месте, это никуда не делось, да? Это как бы привнесено вот в новую область несостыковки, которую вы переосмысляете, переоговариваете. И когда вы ее переоговариваете, проблемность сохраняется сама собой, потому что вы все равно претендуете, без проблемы в том, что вы не можете не занять вот эту универсалистскую позицию. Но в то же время вы все равно носитель партикулярных таких, ну, каких-то знаний, ценностей, да, дискурса частичного, партикулярного. И в этом смысле конфликт, он как бы по определению есть. Да, он никуда деться не может. Ну, то есть, конечно, мы можем это все так домысливать и задаться вопросом, насколько это лучше, чем... Утопия, ну, наверное, не лучше, в смысле, что значит лучше тогда, возникает вопрос, да? Ну, тут я вижу единственный такой вот как положительный фактор, там, по сравнению там, с утопией, с какой-то моделью, да, которая там кажется идеальной, то, что мы, когда мы вступаем вот в этот дискурс, вот, пытаемся с другой стороны как бы что-то решить, мы, если мы отказываемся от категории блага, то мы можем услышать другого человека, например, да, то есть, ну, не человека, а другую сторону. Потому что если мы не знаем, что есть какое-то благо, значит, мы считаем, что любое имеет право на существование, любая позиция. Ну, да, если у нас нет этого горизонта вполне конкретного, да, блага, ведь когда мы руководствуемся благом, нам действительно, ну, всякое благо, в общем, по определению полагается, что носит универсальный характер. Что ты не хочешь добра, как бы, да? А человек тоже хочет добра, но имеет в виду совсем другое, как выясняется, если чуть глубже копнуть. Да, и в этом больше принятие другой позиции, наверное. Да, в том-то и дело, что чем больше мы осознаем сложность и вот как бы несоизмеримость наших позиций,
Да, то есть, казалось бы, мы делаем акцент на таком удручающем факте. Но тем больше у нас возможности все-таки длить эту коммуникацию, да, чем схлопывать ее таким тотальным представлением о благе. Просто на самом деле, если посмотреть исторически, то раньше вот это была идея, когда несли ценности, европейские, да, то есть их несли, их, ну, как бы, своим родом навязывали, да, вот. То есть, в общем-то, сейчас идет больше такое принятие, ну, там, мультикультурности, да. Мне кажется, вот в этом тоже есть вот это немножко, когда вот идет чуть-чуть смещение. Ну, Лаплау, наверное, возразил бы, да, что он все-таки не мультикультуралист, в том смысле, что, мне кажется, даже есть у него где-то критика, да, мультикультурализм, очевидно, что есть. Что как бы мы, когда говорим о мультикультурализме, мы все-таки провозглашаем, ну, в общем-то, хорошую штуку, что давайте мы принимать будем других с их совершенно другой судьбой исторической, другой культурой. Но когда касается дела, что этот другой вот прямо здесь рядом поселится и будет там пищу готовить, как Жижик любит это все, сюжеты воспроизводить, там, да. Пляски свои плясать, ритуальные там, баранов сжигать, там, ну, мало ли что, ну, как бы, его культура, вот она абсолютно иная, то тогда, как бы, наш мультикультурализм очень быстро сворачивается. Жижик очень классно в фильме своем сказал про это, что он не верит вообще. Такое. Он говорит, да, хорошо, я воспринимаю, но отойдите от меня дальше. Ну да, хорошо. Типа того. Когда вы в телевизоре нормально. Тогда мы должны для этой ситуации опять выводить другие горизонты. Нет, мы тогда, в том-то и дело, что здесь не надо скатываться в другие горизонты, а мы просто осознаем весь трагизм, когда вот встречи с этим другим. Мы знаем, что сейчас будет какая-нибудь засада вот, с этим соседством, да? И... Ну, не знаю, может быть, мы в большей степени морально готовы, когда мы понимаем, что другое — это не только что-то интересное, новое, приятное, да, но и что-то подтачивающее наше представление, да, о том, как надо жить. А вот коммуникация невозможно же жить бесконечно, вот если вы видите, что это совсем другой дискурс. Ну, конечно, речь же не идет о том, что наши структуры повседневности вот берут и так разом меняются, да, то есть мы не можем бесконечно говорить, нам нужно спать, есть, как бы, и отдыхать. И в этом смысле, да, и нет, безусловно, речь не идет о том, что мы договорились, да, то есть договориться же, в принципе, невозможно. Ведь любое обсуждение можно длить, по сути, бесконечно. Да. Да, и ну, мы его, ну, тут же речь не о том, как... Ну, я вообще, как бы, это вот Шанталь Муф, наверное, мне как раз вот в их двойке нравится только Лаплау, поскольку, ну, то есть я ограничиваюсь вот другой оптикой и все. А, и моя задача вот ее выявить и как-то инициировать вас, подключить к ней, а вы уже там решаете, как вам это. То есть я, например, считаю, что изменение самой оптики уже, ну, само по себе меняет положение вещей. Ну, может быть, не напрямую. Переописываете, переописываете, все, хватит. Ну, то есть я к тому, что теория не может быть вот так буквально перенесена в эмпирическую реальность, да? То есть от этого вот мы сейчас не пойдем и не станем как-то жить иначе, да? Но, то есть есть в этом, конечно, есть несоизмеримость любой теории, всякой теории, я не верю вот. Такие умопостроения по поводу того, что теория должна быть рабочей. То есть мы вот взяли как инструмент ее и начали сверлить как бы вот эту реальность. Да? Нет, теория в качестве теории именно и вписывается в реальность. На своем уровне. То есть она проделывает свою работу на своем уровне. А эффекта мы не знаем. Да? То есть Лаплау уже нам говорит, что нет субъекта, который бы с высоты птичьего полета, наблюдая, понял бы, да, а как, какой расклад получился. Да? Вот задавая вот такого рода вопрос, ну, естественно, мы все равно не можем их не задавать. Но мы как раз уже тогда из этой оптики выходим. Да? То есть мы не, ну, здесь вот этот парадокс важно удерживать. Мы не можем не занимать эту универсалистскую позицию, мы хотим знать, как. Работает хотя бы какой-то отрезок реальности. Но по структурным причинам мы всегда ошибаемся. Да? Реальность в своей полноте нам не дана. Но она и никому не дана. Да? То есть в этом смысле вот эти патерналистские фигуры какие-то тоже перестают быть
авторитетными, значимыми, да, которые нам рассказывают о том, как все устроено. Ну, то есть там начинается уже такое, такая, да, ум за разум начинает заходить, когда мы пытаемся это делать. Ну, польза я в этом вижу в том, чтобы критически относиться к этим вот универсалистским теориям, различным вот этим классификациям, стратификациям и так далее. Ну, там есть такое что-то освобожденческое. Да, то есть, ну, да. Ну, в принципе, выход из фантазма — это освобождение. Ну, да, или закабаление на каком-то другом уровне. Ну и возвращаясь вот к фрейдовскому меланхолийному сюжету, вот этому, когда мы говорим о психической все-таки организации субъекта, то вот у Лаклау есть понятие внутренней негативности субъекта. Да, то есть это тоже такая попытка описания субъекта, да, и эта негативность, она конститутивна. Да, и получается, что конфронтация с объектом, можно как-то пытаться дофантазировать, домыслить, она, ну, как бы, она, это и есть субъективное пространство, да, то есть оно таким образом организовано, что в нем вот, ну, вот это измерение негативности нельзя снимать, как бы, да, не нужно, ну, то есть оно должно быть как антагонизм, да, в социальной онтологии Лаклау, так, ну, так это и работает и на уровне субъекта, да, вот эта внутренняя негативность. Ну, здесь есть отголосок именно меланхолийного вот этого, да, сюжета. Да, ведь как бы меланхолик к себе относится, ну, не очень, да, с пиететом. То есть мы как бы вращаем вот эту меланхолию, получается, с разных сторон, и, может быть, где-то мы можем обнаружить и, ну, условно-позитивный ресурс, да, то есть, ну, как какое-то, да, понимание, да, в интерпретации меланхолии. И, возможно, какому-то меланхолику даже на уровне его отдельно взятой психики, ну, этот сюжет мог бы заинтересовать. Да? То есть само объяснение того, как устроена меланхолия и как устроен субъект в связи с вот этой негативностью конститутивной, да, это тоже уже, это как раз и есть ресурс такой освобожденческий. Ну, то есть это очень мало, но в этом смысле вот эти теории, они как бы претендуют на... То есть они насколько теоретически все-таки такие многомерные и сложные, настолько они и скромны в провозглашении чего-то, да, такого. То есть на полноту освобождения они не претендуют. Ну, то есть свободу, в принципе, немножко тоже, кроме как в режиме фантазма, полноту свободы, в общем, сложно представить. У меня, пожалуй, все в плане тезисов. Мы можем еще что-то обсудить, доспросить. Вы не спите еще? Я уже немного засыпала. Да, будем считать, что материала для размышления у нас достаточно. Эта картина называется «Гальбейна», где он лежит, у него там еще так очень живописно палец, вот рука как-то подогнана, эти пальцы, да, то есть видно, что это тело мертвое, такого, такую печаль очень глубокую вызывает, да, весь город. Мертвого Христова, да. То вот, а, у Юлии Кристевой, если кто-то заинтересовался темой, есть «Черное солнце меланхолии», называется, она просто пишет более, ну, таким поэтическим языком, больше символов и психоаналитик по совместительству, и практикующий в том числе. Вот у нее на меланхолии целая книжка посвящена. А еще кто-то, подождите, а кто-то еще, меланхолия, известная такая средневековая картина, кого? Дюрера, правильно. И та меланхолия связывается с, как раз-таки с такой озабоченностью интеллектуальной, да, то есть меланхолик, в общем-то, это человек, который
говоря штампами, творческий человек, да, который озабочен очень глобальными проблемами мироздания. Да, то есть это коннотация такая очевидная в культуре. А вот как бы вот это устойчивое, не устойчивое, но достаточно общепринятое понятие, что вот, например, русским свойственна вот эта тоска, да? То есть это в литературе описано в русской очень много. То есть это вот такая социальная меланхолия? Или это все-таки что-то другое, из другого измерения? Я не знаю, вот я пытаюсь сейчас мифология. Это все сравнить. Мифология. Мифология, да? Я так думаю, это из этой сферы социокультурной, именно с мифологической. Ну, вот если мы подумаем, ну, что такое тоска, как ее описывают, то есть это вот тоже ощущение пустоты, да? Mm-hmm. То есть каких-то, ну, я не знаю, там какую-нибудь Татьяну Ларину взять, да? Ну, так вот там как раз это Татьяна Ларина, английский сплин или русская тоска, да. Так что это, наверное, не национальное, а такое межнациональное свойство. В разных терминах. Да. То есть это... Ну да, у Татьяны хорошо там такая захваченность объектом прописана, да, по крайней мере, на какой-то период, да, там посылается сновидение, там, да, такой образ. То есть она, по сути, видела этого Онегина пару раз, или с одного раза. Нет, она, он раз взошел, и я вмиг узнала, да, вся обо мне, она запылала и в мыслях молвила, вот он. То есть это как бы классическая ситуация об объектах отношений. Да. То есть был бы не Онегин, кто-то другой. А у Каренина что? Не, у Каренина все прекрасно. То же самое. Нет, у Каренина она же сопротивлялась долго. Какая-то была предыстория. А вот Татьяна Ларина – это такое классическое западание. То есть там не Онегин, там объект. Ее внутренний объект. Да, срезонировал. И там свои фантазмы. Ну да, потом пошли. Но она, видите, смелая женщина, то есть как бы и Пушкин гений, в том смысле, что он как раз тоже нам говорит о том, что надо идти навстречу объектным отношениям. То есть она забвению не предала, да, она не, это, не ушла в угол плакать. Да, она все-таки все, что она могла, она сделала. Письмо написала, поговорила с человеком. Потом бродила еще, потому что он бродила долго, да, когда он уехал после этой дуэли, да, бродила по его дому, там что-то прорабатывала. То есть все-таки надо искать выход из этого, да? Ну, с объектом надо что-то делать, да. Надо что-то делать. Что-то делать. Вот, да. Ну, как, в том-то и трагизм, что чаще всего такие... Бедная Лиза же плохо кончила тоже. Но она сделала максимум. Максимум, да. Нет, сегодня она убила его в себе, да. И сама, соответственно. Да, возникает вопрос действительно, а что, как много у нас ресурсов, да, вот для работы с объектом? Потому что культура все равно работает на то, что это не принято инспицировать как-то, да, это не принято. Да, это вот здесь вот то, о чем Джудит Батлер говорит. Есть, например, какой-то романтический тренд, конечно, уже всех достал, но все равно есть какие-то формы принятые, как, ну вот как бы идеал счастливых отношений, там, да, ну или отношений каких-то там драматургически насыщенных, ну или как-то иначе, да, какие-то еще, может, пару вариантов можно вспомнить. А история с, вот, с конкретным личным твоим объектом, она никогда, для нее, по сути, нет формы, готовой формы культурной, для нее нет. И вот здесь этот вот, если мы можем пафос мужества каким-то, мужеством и смелостью, да, работы с объектом включить, то как бы, да, это поиск ресурсов именно твоих, да, это твоя, никто за тебя ее не сделает, да. И ты в готовую форму не, вот, не вольешь свое желание, да, то есть это скорее будет забвение объекта, он будет тебе напоминать тогда вот с другой стороны заходя. Ну, чем больше, получается, мы оттягиваем эту работу, вытесняем, тем больше шансов для прямого столкновения, да, которое с насилием связано. В отношении себя. Он ее любил, он ее убил, как бы тоже никто не отменял. Это тоже
сюжет, да, не самый лучший, но как бы... Ну, то есть, как бы мы понимаем, что всегда есть возможность вот скатывания, да, вот в это измерение. То есть, как субъект себя не настраивает, там, в тех же любовных отношениях, так, но все равно вот объект, вот эти объектные отношения, они вылазят, да, они все время как бы предъявляют себя и предъявляют, вот, демонстрируя нехватку, да, нехватку возможности справиться с ним. То есть, по сути, это и есть природа объектных отношений. Но это именно меланхолика или других типов? Нет, мы сейчас говорим вообще, вот, вообще, да, с меланхоликом просто, ну, ему повезло, наверное, меньше всех, потому что он задавлен объектом, да, у него нет, ну, и если у человека единственная возможность с ним справиться, то убить себя, ну, как бы не единственная, но часто, да, реализуемая, то, наверное же, это о чем-то говорит, о тяжести его положения. Ну, и мы говорили, вот мы, может, не были пока когда-то в этот раз, мы говорили все время, что объект, с одной стороны, мы как бы вот в режиме сублимации, мы пытаемся с ним справиться, как бы, да? А с другой стороны, ну, то есть сублимация — это все-таки попытка ухода или непрямой встречи с объектом. Ну, то есть меланхолик, он тогда не сублимирует, получается? Ну, получается, да, что как раз-таки терапевтические наши все усилия направлены на то, чтобы он сублимировал. Другое дело, что когда мы говорим сублимировал, что мы имеем в виду? Ну что, можно расходиться с сублимированием?